Все хорошо со звуком. Ребята, я вижу, что вы просто завалили нас комментами, что нет звука. Напишите, пожалуйста, сейчас есть звук или нет. Прием, прием. Сосисочная. Бывает. Сосисочная. Технические трудности, сорян. У всех были праздники, вообще-то выходные, а мы тут сегодня с вами вещаем что-то. Что-то, короче, пишут, что нет звука. А может быть, мы проверим просто сами? Реги, а может, включишь ютубчик? И посмотришь, есть ли звук? Нету звука. Кирилл, поставь тогда еще раз на заставку на 5 минут. Да ё-моё. О, звук есть. Все, отлично. Простите, ребята. Так. Я тогда еще раз начну сначала, раз такой косяк. Ох, сказать бы все так же. Ладно. Так красиво сказал, придется еще раз красиво сказать. Ну, давайте попробую сделать короче. Вот, собственно, давай ты. Да, я сейчас еще раз скажу вступительное слово. Простите, пожалуйста, что так вышло, технические неполадки. Еще раз говорю, что сегодня, к сожалению или к радости, буду с вами я в эфире, Маша, потому что Саша вместе с частью нашей команды находится в Москве на обучении, и все лето будет находиться там. Поэтому стримы делаю я и веду тоже, к сожалению, я. Вот. А в гостях у нас сегодня Сережа Валяев, невероятный оператор, паркурщик, режиссер, продюсер. Просто все, что можно соврать, себе соврал. И я хочу, чтобы ты сам немножко рассказал о том, кто же ты есть. Давайте еще раз. Отмотаем назад. Привет, я Вуги. Собственно, Сергеем Валяевым меня особо никто не называет, разве что кто-нибудь из далекого прошлого, из школы, там, например. Ну, я творческий человек, и сегодня мы будем говорить не про тот пафосный заголовок, который выставили ребята в, собственно, в названии нашего стрима, а поговорим о творчестве. Вот. Ну что ж, с чего начнем-то? Я бы начала с того, как ты вообще пришел к видео, потому что мы с тобой немножко поговорили в начале, и мне стало интересно, какие же дороги тебя привели в итоге в кино, в видео, индустрию и так далее. Ну ладно, давайте для начала по порядку. Просто я уверен, что очень многие, конечно же, не знают, кто я такой, вот, а многим и все равно. Но, тем не менее, я буду рассказывать сегодня про это. Я всю свою жизнь занимаюсь различными видами творчества. Начинал я с фотографии, занимался я паркуром, бегал, прыгал, лазил по крышам, делал всякие двойные сальто и, в общем-то, в какой-то момент мечтал всю свою жизнь посвятить экстремальным видам активностей. Параллельно я снимал фотографии, и это привело меня к увлечению различными видами искусства. И, соответственно, из фотографии я пришел в ретушь, из ретуши я пришел в дизайн, параллельно занимался рекламой, потом какое-то время прозанимавшись рекламой понял, что мне интересно снимать, и снимая на GoPro, так получилось, что я увлекся операторским мастерством. И в итоге снял несколько проектов, которые хайпанули, все это выстелило дорожку к пути наверх, и дальше я продолжил свое развитие сразу в нескольких направлениях. И в продюсировании, и в режиссуре, и вот в итоге сижу я перед вами и рассказываю обо всем этом. Вот. Если говорить про что, наверное, про что интереснее говорить с самого начала? Что интереснее зрителям? Может быть, мы начнем сразу отвечать на какие-то вопросы? Да, ребята, не бойтесь, задавайте в комментарии любые вопросы, которые вас интересуют. Сережа на все ответит. Вот. А у меня вопрос скорее больше про видео. Ты говоришь, что ты снял пару видео, которые хайпанули. Это было прям сразу? Это были твои первые работы, которые вдруг набрали много просмотров? Или как ты... Что ты подразумеваешь под этим словом «хайпанули»? Ну... В общем, начинал свой операторский путь я со съемок на GoPro. Вот. У меня нет никакого образования, никакого академического образования, скажем так, вузовского. Вот. Но было творческое самообразование на протяжении очень длинного периода времени. И, собственно, я изучал рекламу. Параллельно я прыгал, я всегда занимался спортом, всегда занимался трюками. И поскольку я это снимал, в какой-то момент вышла на рынок камера GoPro, который я надел себе на голову, поснимал свои трюки, и мой друг Илья Найшуллер, увидев это, сказал: «Бро, это просто фантастика, давай сделаем клип в таком стиле». В общем, мы сделали клип, который стоил 3 копейки, на тот момент он собрал 3 миллиона просмотров. Этот клип вы можете сейчас загуглить, он называется «Biting Elbows Stampede». Собственно, с него началась вообще история съемочная вся моя. И вся творческая карьера Ильи Найшуллера, например. Вот, в общем, такой был старт с обычной съемки на GoPro. Ну и, соответственно, После того, как мы выложили этот ролик, он очень быстро распространился по интернету, и стало понятно, что надо снимать вторую часть этого ролика. Мы сняли вторую часть этого ролика, просто усилив все то, что, все интересные находки, которые были в первом, и это взорвало так, что о нас узнал, ну, практически весь интернет, но и стали нас репостить различные звезды, и все это привело к тому, что мы сделали полнометражный фильм под названием «Хардкор», который вышел в 67 странах мира. В общем, такая история золушек. И вот. Ты имеешь в виду, вторая часть этого ролика, это были Bad Motherfuckers? Да, Bad Motherfuckers — это вторая часть. Первая часть, если, опять же, кто не в курсе, она вообще не имела никакого технического оснащения, у нас не было ничего, и мы фактически снимали, ну, весь бюджет ролика — это 3 коробки из-под пиццы. Вот, то есть... Отлично. Да. А чья была идея, с чего начался этот ролик вообще? Ролик начался с технологии. Вообще, практически все оригинальные идеи, все оригинальные штуки, которые сейчас появляются в мире, они так или иначе связаны с технологиями, потому что до того момента, пока кто-то не придумает какую-то технологию, не появляются новые возможности, которые позволяют по-новому взглянуть на что-то старое. И если брать историю клипов и съемок от первого лица, то для меня она началась задолго вообще до этого. Получилось так, что в паркуре принято снимать трюки со стороны, показывая, демонстрируя всякие сальты и так далее. И однажды французские репортеры, сняли репортаж о основателе фрирана паркура Давиде Белля. И Давид Белль... Они, в общем, простите, я попью воды, пожалуй. Что-то я так разволновался. Ты чего? Да не волнуйся, у нас, короче, ребята очень добрые в комментах сидят. Я думаю, что все понимают. Ребята, поддержите добрым словом в комментариях Сережу. Вот, общем, я всем и передам. Все очень просто. Репортеры надели на голову Давида Белля камеру слежения, обычную дешманскую камеру слежения, аналоговую, которая выдавала там 500 точек разрешения, и они сняли таким образом изображение от первого лица. И я увидел это, скачав ролик по модему, и на меня это произвело неизгладимое впечатление. Я подумал: вау, офигенно, я хочу снимать так же. И я пошел в магазин, купил точно такую же камеру слежения, приделал ее к видеорекордеру, который позволял аналоговое изображение преобразовывать в цифровое. И таким образом, прицепив камеру на кепку, я снял несколько кадров от первого лица, и это было ужасно. Картинка вся тряслась, это выглядело просто жутко. В итоге я отложил эту идею на несколько лет, а через несколько лет попробовал, когда появились первые цифровые мыльницы. Вот просто представьте, сейчас у каждого из нас практически есть камера в телефоне. Еще несколько лет назад у нас у всех были мыльницы, цифровые мыльницы, с помощью которых снимали, может быть, первые видосы. Вот. А до этого эти мыльницы вообще не умели снимать видосы, они просто снимали фото. И в какой-то момент, бам, и появились короткие, компактные, маленькие такие камерки, которые снимали цифровое изображение, по-моему, в HD разрешении. И это было более-менее приемлемо. И я прицепил такую камеру к мотоциклетному шлему вместе со своим другом. Мы просто переделали козырек, вот так переделали его на рот и повесили камеру. И я попробовал в этом шлеме попрыгать, побегать. И тоже ничего не получилось, потому что шлем был слишком тяжелый. И в итоге эта идея была еще отложена в стол на несколько лет. А потом вышла на рынок GoPro. И GoPro совершила революцию для меня лично и вообще для мира в целом, потому что появилась маленькая компактная камера, которая позволила закрепить на голове и снимать от первого лица и, собственно, делать трюки. Вот, отматывая, опять же, на несколько минут назад, технологии очень сильно определяют реальность сейчас. И благодаря технологиям появляются новые изобразительные средства, которые позволяет таким, ну, обычным творческим ребятам делать что-то, что раньше достигалось просто путем неимоверных стараний. Для того, чтобы снять «Lady in the Lake», кинофильм, использовали гигантские камеры, такие огромные, преогромные, вот, и двигали их на тележках. И сейчас можно прицепить камеру на рот, и все, ты снимаешь от первого лица, и ты можешь сальто делать, ты можешь драться, ты можешь там и так далее. Ну вот, и получилось так, что появилась камера, мой друг купил эту камеру, я одолжил у него, побегал, поснимал, рассказал ему о том, что на самом деле камеру надо крепить не на лоб, а на рот, потому что только так это позволяет снимать от груди, а не от... Но это решение уже на «Хардкоре» пришло, разве нет? Нет. Это решение, было? Ну а если ты посмотришь клип, который был снят в 2011 году, который называется называется, собственно, Stampede. Изначально назывался Insane Office Escape, ну, потом его переименовал Илюха для того, чтобы пиарить группу. Ну вот, и... Собственно, тогда это решение было использовано, но это решение найдено было еще раньше, потому что у меня есть такая конструкция с этим шлемом, который валяется у меня на даче, где камера была закреплена вот так еще в 2008 году. Смысл в том, что просто все эти системы были слишком тяжелыми, чтобы делать трюки. И тут бац, и можно было делать трюки. И все. И понятное дело, что качество было ужасным, но... Зрителю, по большому счету. Если ты ему рассказываешь такую панковскую историю, используя язык насилия, используя язык вот такой грязи, можно даже выразиться так, то не обязательно ставить вылизанный свет, не обязательно добиваться вот этой вот рекламной стерильной картинки. И, соответственно, раз не было никакой разницы вообще, какого качества картинка, ну, то было важно только то, какое содержание, собственно, что происходит. Вот, и это и сработало. Людям нравится смотреть на секс, сиськи, взрывы, кровь и все эти истории. Все, что нравится мужчинам. Ну да, да. А как вы с Ильей познакомились? Как это произошло? Я в какой-то момент, собственно, опять же, говоря о творчестве, я занимался разными видами творчества. Представьте, вот мне никогда не хотелось работать на работе. Как бы это смешно сейчас не звучало. Да, именно это. Никогда не хотелось это делать. Я получил прививку от офисов еще, наверное, в университете, потому что я пошел и попробовал работать в рекламном агентстве на должности младшего дизайнера. И, соответственно, занимался там креативом, придумыванием. Я придумывал всякие концепции, писал разные текста, пытался верстать разные макетики. И все это было, конечно, занимательно, но это... скатывало все мое творчество в пучину ремесла. И это ремесло убивало творчество, и я от этого испытывал страдания. Ну, в буквальном смысле. Ну, то есть не получал удовольствия от процесса того, что я делаю. Я понял, что нет, работать, вообще не вариант вот в таком вот виде. Надо найти что-то свое. И, соответственно, начал пытаться предпринимать любых действий, которые позволяли мне зарабатывать деньги, не привязываясь к основной классической, в общем, общепринятой работе. И, соответственно, я уже тогда пытался делать что-то. То есть мы пытались делать какие-то концерты, организовывали вечеринки. И организовывая вечеринки, я искал группы, которые бы стоили дешево, и можно было бы весело и угарно устраивать такие гиги. И, собственно, мой очень хороший друг Андрюха Дементьев, актер, познакомил меня с Ильей, потому что у них как раз была никому неизвестная группа, молодая, талантливая в тот момент. Вот сейчас рэп в моде, йоу, а тогда был рок в моде, и все были такие хипстеры, все одевались в такие рубашечки, аккуратненькие были, и слушали английский такой типа рок. Вот, я сам был таким хипстером, и мне очень до сих пор нравится такого рода музыка, хотя и рэп тоже нравится, но это, опять же, шаг в сторону. Собственно, мы организовали одни из первых концертов, успешных, надо сказать, концертов для группы Biting Elbows, и на тот момент к нам пришло, по-моему, 600 человек. Это был просто вау, ничего себе. Вот, мы даже заработали на этом денег. Ну и, в общем, так мы познакомились с Ильей. Вот, а потом я узнал, что он режиссер, а потом вот он узнал, что вот у меня есть такая тема, и я вот что-то снимаю, и мы вместе придумали и написали идею, которая вот выстрелила. И, собственно, так получилось, что вот Илья до этого снимал клипы, офигительные клипы. До сих пор смотришь его старые клипы и думаешь, вау, классные клипы. Но эти клипы никто не брал в ротацию на телевидении, потому что всем насрать было на такого рода группы, и как и насрать до сих пор, потому что теперь рэп в тренде, а тогда тоже всякая попсня, какая-то фигня шла. И музыкальные каналы вот сейчас вообще вымерли, в принципе. Ну, по крайней мере, на территории Российской Федерации все ушло в интернет, слава богу. А на тот момент, это был какой-то 2009 год, в 2009 году клипы не брали в ротацию. В интернете они не выстреливали, и была некая потребность хоть как-то пропиарить группу, и был некий запрос вот этот вот ментальный, эмоциональный, сделать что-то, что было бы простое, что было бы дешевое в производстве, и что могло бы работать. И надо сказать, что при всей своей вылизанности и офигенности в сюжетном плане, постановочном плане и дороговизне картинки Илюхины клипы никто не смотрел. 2000 просмотров или что-то в этом духе. Вот. А потом вот нащупалась вот эта форма в ходе этих брейнштормов, когда мы просто угорали, за 3 копейки снимали, и это и сработало. Собственно, сейчас то же самое делают видеоблогеры. Мы наблюдаем за тем, что человеку ничего не нужно для того, чтобы взять и сделать. Если ты хочешь что-то взять и сделать, ты вот... и делаешь. Вот в этом весь прикол. И раньше же какое сознание было? Это вот буквально 10 лет назад было. Сознание было какое, что я музыкант, я хочу сделать клип, я еще режиссер, вот мне нужна съемочная группа, до хрена света, до хрена людей. Вот мы делаем клип, вкладываем кучу денег, и что дальше? Вот. А сейчас какой-нибудь, не знаю, блогер-рэпер выходит, снимает на мобилу свой клип и собирает просто там 150 миллионов просмотров, вот просто только в лед. Это еще раз, опять же, отматываю время назад, про мое утверждение о том, что качество и вылизанность картинки не всегда играет роль. Важно то, что ты хочешь рассказать и как ты хочешь рассказать. Вот. Поэтому... Ну, как мне кажется, надо просто делать. Вот девиз по жизни вообще: берись и делай, если что-то хочешь сделать. Вот, но что про клипы, может, про хардкор, про что-нибудь интересное? Это все то, что было в прошлом. И я уже давал на эту тему достаточно интервью, мне кажется, можно поговорить про что-нибудь еще. Но про хардкор явно люди хотят послушать, они хотят послушать, как это происходила съемка. По сути, я могу сказать, что как происходила съемка, можете посмотреть в бэкстейджном фильме. Там все офигенно показано. Вот. И если есть какие-то конкретные вопросы, то задавайте их, пишите в чат. Давайте это оставим на вопросы-ответы, потому что для меня лично всегда интересно то, что сейчас происходит, и то, что может происходить в будущем. Я человек процесса. А то, что было в прошлом, оно осталось в прошлом, как перевернутая страница. Это интересная база для развития дальнейшего, но все, что уже было сказано, оно уже было сказано. Сколько раз можно это пережевывать? Там задавали вопросы. Во-первых, сколько тебе лет? Все говорят, что тебе 20. Ох, как мило. Ребята, ну спасибо вам большое. Я сейчас прям порадовался. Потому что, если честно, знаете, в мобильных телефонах, если вы возьмете вот так вот, очень во многих них встроено такое приложение, фотоприложение, которое определяет возраст. И вот я сегодня ехал в Сапсане, направил на себя это приложение, оно показало мне 34, я подумал, боже, нет, что, я действительно так старо выгляжу. Вот. На самом деле мне 29 лет, можно сказать, я почти перешагнул тридцатник, и вот. Ну, я согласна с ребятами, ты действительно очень молодо выглядишь, вызывает некоторые вопросы. Спрашивают еще, это касаемо хардкора, правда ли, что Зорик Истомин помогал с конструкцией для GoPro в фильме «Хардкор»? Я бы вообще про конструкцию побольше послушала бы. Да, конечно. Смотрите, Зорик, с Зориком у нас вообще очень долгая и такая тесная история дружбы, сотрудничества. У нас есть творческое объединение, совместно организованное, называется Smokin' Heroes. Это такая творческая коллаборация различных ребят, которые двигаются по жизни с примерно похожим мировоззрением. Вот. И, соответственно, с Зориком мы сделали дофигища крутейших проектов. И к «Маске» он принимал участие в «Маске» как группа поддержки, ну, в первую очередь. Он нарисовал несколько прикольных идей относительно того, как она могла бы выглядеть в визуальном плане, но все эти идеи я к радости или, к сожалению, не использовал, потому что они не имели ничего общего с настоящим промышленным дизайном. Просто на тот момент, когда родилась идея, как закрепить камеру, мы начали обсуждать, как бы вообще это могло выглядеть, если это превратилось бы в продукт, в коммерческий успешный продукт, который бы продавался, который бы люди покупали, носили и радовались. Но смысл в том, что ты на бумаге можешь нарисовать все, что угодно, а на практике, когда ты начинаешь делать, понимаешь, тут жмет, сам жмет и так далее. Вот, «Маска». Это очень интересный проект. Собственно, идея «Маски» родилась очень давно, и она оформилась в осознанную концепцию где-то примерно к середине съемок второго клипа, который мы делали с Илюхой. Что на тот момент мы снимали, используя маску для страйкбола. Это такая была маска хищника, которую сделал наш друг Олег Савин. Он занимается страйкбольным снаряжением. И, собственно, мы просто еще тогда не знали его, потом уже мы познакомились с ним. Опять же, это вот в бэкстейджном фильме очень хорошо рассказывается, ну да, как познакомились, и эту маску показывали. Ну да, и мы, собственно, купили страйкбольную маску, вырезали у нее всю переднюю часть и закрепили камеру там, где мне это было нужно. И это было достаточно удобно, но так как страйкбольная маска не предназначена для переноски веса, я просто сжевывал себе щеки в процессе съемки, потому что она давлю вот сюда, и лицо потело так, что, ну, мне хотелось застрелиться. Плюс она ограничивала периферийное зрение, и, ну, в общем, все указывало на то, что нужен риг для того, чтобы снимать это профессионально. А по запросу риг для съемки от первого лица в интернете не существовало ничего. И, собственно, опять же, необходимость толкала на то, чтобы создать что-то свое. И изначально Мы собрались, собственно, командой, опять же, нашей творческой командой Smokin' Heroes, нарисовали, я пришел с идеей того, как это может выглядеть, и мы вместе с моим другом Глебом Резниченко нарисовали концепцию того, как это может выглядеть вот, на лице человека, то есть нарисовали просто эскиз. Вот. После этого нарисовали несколько эскизов того, как могут выглядеть всякие нашлепки на эту маску, чтобы она была более красивой. А после этого я, собственно, поехал и начал ее строить, и понял, что ничего из того, что мы нарисовали, не работает. Вот просто не работает. И пришлось очень сильно корректировать шейпы, и дальше уже пригодились, слава богу, и мои базовые навыки дизайна, потому что я сидел и раз за разом переделывал шейп вот этой маски, которую мы сгибали вместе с Олегом, сидя просто где-то в Люберцах на каком-то производстве. И, в общем, потребовало космическое количество времени для того, чтобы сделать более-менее приемлемую штуку. И в итоге мы ее использовали в хардкоре, хотя, конечно, в хардкоре изначально могло бы так произойти, чтобы маски вообще там не использовались никакой. Ну, то есть была ситуация очень смешная, когда Илюха улетел в Лос-Анджелес, началась вот первая история, то есть обсуждение того, что мы будем снимать фильм. Пошла вот волна, и я сказал: Илюха, давай снимать, давай использовать маску. Ну, вот я придумал маску, надо я могу ее доделать, давай ее используем. Он такой: да не, в Америке есть чуваки, которые могут это сделать клево. Я говорю: не, давай сделаем. Вот, он говорит: ну окей, я вернусь, типа, ты мне принеси прототип, если он будет работать, типа, погнали. Вот, и он приехал, я принес ему прототип, он более-менее красиво выглядел, это была отвратительная штуковина, которая вообще толком не работала. Вот, но это на него произвело впечатление, он такой: о, да, нифига себе, ты сделал, успел, ну да, давай попробуем. Вот, и, собственно, был тогда зеленый свет на то, чтобы доделать эту конструкцию, и, собственно, где-то к середине фильма у нас уже была более работающая вот история. Вот. Ну и уже после фильма, сильно после фильма, я доделал эту конструкцию до того состояния, которое позволяет комфортно работать, которое позволяет крепить более тяжелые камеры, которое позволяет делать нормальную разгрузку. Ну, в общем, это превратилось в продукт, который можно использовать, и который уже не стыдно показывать людям и даже давать им в руках его подержать. А он в продажу ты пошел, эта маска, или нет? К сожалению, нет. И я все еще, это, знаете, как трудный ребенок. То есть что-то производить, придумывать и продвигать в России невероятно сложно, если это речь о изобретениях. Я знаю целый пласт ребят, которые сотворили просто невероятные штуковины, но они никак никуда не двинулись в принципе. Я наблюдал, вот, например, у меня есть друзья, которые сделали стабилизатор изображения. Ну вот сейчас все ходят с гимбалами, ронинами и так далее. И те конструкционные особенности, которые они придумали задолго до того, как это вышло на коммерческий рынок, они были офигительные. То есть они сделали очень многие решения, которые в итоге, спустя только там 2-3 года, выпустили американцы и китайцы на рынок. И это могло бы выйти у нас, это могло бы выйти от России, но, к сожалению, этого не произошло, потому что в России невозможно ничего производить. Вот, физически невозможно в больших. Это очень дорого, это очень тяжело. Даже если вы, не знаю, у кого-нибудь есть друзья, которые производят шмотки, они наверняка вам расскажут историю, что раньше, до какого-то момента, все заказывали ткани из Китая, и в России до сих пор нет нормальных тканей. Соответственно, только сейчас начали что-то производить. Вот. И прошло огромное количество времени, прежде чем это произошло, и то это произошло по одной простой причине. У нас стали вот такие пошлины таможенные, что нереально теперь возить ткани, и приходится как-то выкручиваться. Ну и шить тоже начали у нас. Раньше дешевле было отшивать там, в Китае. В общем, я очень надеюсь, что производство в России как-то оптимизируется, и можно будет делать что-то. Упирается только в страну, я так понимаю? Нет, упирается не в страну, упирается скорее в меня и в, как знаешь, типа... человек, который создал этот продукт, у меня есть определенное видение того, как этот продукт должен выглядеть, как он должен продвигаться, как он должен развиваться. И при этом я занимаюсь еще огромным количеством разных вещей, которые меня постоянно размывают мой фокус от того, чтобы доделать это до того состояния, которое меня бы устроило. Соответственно, в данный момент, если кому-то интересно, маску нельзя купить, но осени, я думаю, что мы выпустим наконец-то продукт, который можно будет пощупать, потрогать. Мы сделали бета-версию и уже выпускали там ограниченным тиражом эту бета-версию. Ребята говорят, что на сайте проекта эта маска является краудфандинговым проектом. Она не является краудфандинговым проектом. На сайте маски есть форма, где можно отправить заявку на то, чтобы получить эту маску, но при этом она, там не написано «присылайте нам деньги вот сюда». Там написано просто «если вам интересно, оставьте заявку, мы с вами свяжемся, когда что-нибудь появится». Вот, буквально так. Ну, в общем, пока выжидаем с этим проектом. Выжидаем. Слишком много всяких штуковин, которые еще хочется сделать. И смысл в том, чтобы выпустить не просто маску, смысл в том, что мы сейчас с командой работаем над тем, чтобы сформировать целую экосистему разных устройств, завязанных на этой маске. И, соответственно, имеет смысл выпустить сразу несколько устройств, чтобы продавать, ну, как вам объяснить? С математической точки зрения, если ты производишь риг, модульный риг, то если он стоит очень много денег, слишком много людей его не купит. То есть, ну, если вы приходите в Макдональдс, вы покупаете Биг Мак стоит дешево, вы можете себе его позволить, вы кушаете, вы довольны. Если вы приходите в дорогой ресторан, где блюдо стоит 1500, вы думаете, блин, ну, наверное, я могу себе это позволить, но попозже и так далее. А если говорить о производстве таких вещей, то очень-очень-очень дорого производить маленькие партии. Вот и все. И можно вкладывать в это космические какие-то деньги. Ко мне приходили инвесторы, и целая очередь выстраивалась, и люди мне говорили про краундфандинг и так далее. И все эти механизмы я сейчас использую, но просто проект стоял на холде где-то в течение года, и за этот год я занимался не столько развитием самой маски, сколько развитием нашего видеопродакшена. Вот, и теперь пришло время наших изобретений. Я думаю, что мы вас удивим, чуваки. Тут были вопросы, возвращаясь к хардкору, про, опять же, маску и технологии. Ты любишь говорить про технику, поэтому люди спрашивают, почему камера на роте, ну, в общем, вы поняли. И почему две их было? Для чего это было сделано? Элементарно. Многие, вот мне нравится теория про то, что мы использовали две камеры якобы для того, чтобы снимать 3D. На самом деле все очень просто. Ну, ребят, ну, камон. GoPro — это любительская камера. В профессиональном видеопроизводстве вам нужно иметь возможность отдавать изображение на рекордер или на трансмиттер, ну, то есть на передатчик, и одновременно видеть референсный дисплей, вот, чтобы оператор мог видеть хотя бы какой-то маленький мониторчик. Так вот, камера GoPro не способна выводить изображение на мониторчик и одновременно выдавать его по HDMI. Ну, сейчас я, кстати, не знаю, сейчас она, может быть, и может, но камера GoPro 3, которую мы использовали на хардкоре, это не могла, поэтому у нас была одна камера, которая позволяла мне иногда видеть композицию и подправлять ее, а одна камера была, которая отправляла изображение на дисплей режиссеру. И второе. Когда ты снимаешь дорогущий фильм, используя дешманскую камеру, снимая трюки, снимая взрывы, снимая автомобильные погони, в любом случае очень важно иметь бэкап. И две камеры лучше, чем одна. Логично, резонно. Кстати говоря, о трюках, я, опять же, возвращаясь к бэкстейджному фильму, который я смотрела, у вас было несколько, я так понимаю, операторов, которые обладали возможностью и трюки делать, и снимать при этом не криво. Почему вас было двое? Почему не ты один? Потому что физически невозможно выполнить такое количество работы в одного. Но давайте начнем вот по порядку. В фильме Генри в первую очередь снимал я, Андрей Дементьев, и некоторые диалоги снимал Илья Найшуллер. Также были персонажи, каскадеры, которые снимали спецтрюки. Ну, то есть, к примеру, если вы не профессиональный каскадер, а ни я, ни Андрей Дементьев, ни Илья Найшуллер не профессиональные каскадеры. Вот, несмотря на то, что я могу там перепрыгнуть с дома на дом, но у меня нету лицензии там, гильдии каскадеров, и выполнять профессиональные трюки с горением, ну, я бы не стал. Во-первых, это глупо. Во-вторых, это, ну, как минимум, опасно. И, соответственно, какие-то спецтрюки выполняли дублеры, как в любом кино. И если говорить, вот, допустим, о клипе, в клипе у нас, вот во втором, у нас было, по-моему, если не ошибаюсь, 8 съемочных дней. В хардкоре работа над проектом растянулась практически на 3 года. Ну, то есть там год с продакшена, да, и там 2 года мы с перерывом снимали. Количество смен, больше 110 смен было. Физически это невозможно выполнить, у меня болело все. То есть каждая часть, у меня осталась грыжа в шее, Андрюхе выбили зуб, но это реально было физически тяжело. Поэтому не думайте, что это сделано только... Ну, в общем, Это решение элементарно политическое, логичное решение продюсерское, которое не знаю, короче, так правильно, просто так правильнее было делать на тот момент. Просто, нет, со стороны-то непонятно, насколько это тяжело и сложно, потому что, судя по твоим видео на твоем канале Ютубе, тебе вообще там в легкую куда-то перепрыгнуть, залезть, и, кстати, вот был вопрос про видео, где вы забираетесь на Moscow City, я так понимаю, на кран. Вот, ну сейчас я поищу попозже. Короче, выглядит это довольно просто для тебя. Вот, поэтому я и уточнила, почему все-таки два человека. Да, просто вы можете быть марафонцем, который может пробежать марафон на протяжении там пары дней. Но если вас заставляет марафон бегать целый год, ну во что вы превратитесь? Скорее всего, в гору мяса. И, ну, это было очень важно, меняться. Вот, важно было отдыхать, потому что у меня были моменты, когда я был первый съемочный, ну, там, один из первых съемочных блоков с Шарлотты Копли, и я просто на репетиции трюка подвернул себе ногу так, что она превратилась в зелено-синее распухшее нечто. И на протяжении недели, несмотря на то, что меня обкололи всеми возможными медицинскими препаратами, очень хорошо лечили и так далее, я просто, ну, не мог толком ходить. И вот как быть в таких ситуациях? Тогда фильм бы встал, если бы только один человек этим занимался. И, соответственно, вот все трюковые истории и какие-то такие прикольные, органичные тоже штуки, связанные с пластикой тела. Играл еще Андрюха Дементьев, мой друг, актер, вот, чумовой, талантливый чувак. Вот. И мне кажется, что именно благодаря такой работе мы еще и насытили характер героя. Мы придумали больше фишек. То есть, если бы работал один человек, этот персонаж был более плоский, а так он у нас получился действительно сверхчеловеком, потому что это не один человек, это собирательный персонаж. Мы очень ушли в хардкор, как ты не хотел. Ну ладно, давайте я хотела... поинтереснее, ребята. Там ребята пишут и спрашивают, говорят, был комментарий, я даже, наверное, его зачитаю, что типа, так что ж получается, ты никакой не оператор, а просто паркурщик с камерой во рту? Тут я отвечу, что нет, и к этому я пытаюсь подвести. Просто начинался, я так понимаю, твой путь именно с операторских работ, а дальше уже как-то пошло все это расширяться. Вот что было дальше, что было после хардкора, или какие проекты еще ты делал, в качестве кого? Давайте еще раз, по порядку. Собственно, я не позиционирую себя как прям оператор или режиссер. Смысл в том, что моя философия жизненная очень простая. Я считаю, что современный творческий человек в условиях мега-агрессивного рынка вынужден быть полиматом, то бишь человеком нескольких навыков. И, соответственно, вы просто становитесь намного более эффективным. И мой жизненный путь просто прошел такой вот витиеватой дорогой, когда я вынужден был изучать разные профессии. И я начал с паркура. Паркур привел меня в фотографию. Фотографией я прозанимался 2 года. Эти 2 года я работал в студии, которую мы открыли, собственно, с моим другом Кирюхой Кобецом. Также вот как в студии, в которой мы сидим, у нас была такая студийка, в которой мы фотографировали модели, предметку, людей, все подряд. Работали со светом, с импульсным. И там я увлекся ретушью. Очень долго занимался ретушью. Отретушировал, делал коллажи. В тот момент как раз зазнакомился с Ашотом Геворкяном, который был у вас на стриме, зазнакомился с Зориком. Вот. И, собственно, потом уже уйдя в рекламное агентство, так получилось, что я вынужден был поработать вот этот годик, я стал изучать дизайн, основы дизайна, потому что меня взяли работать дизайнером, хотя я был ретушером. И за этот год работы в агентстве я превратился в дизайнера, потому что там был очень хороший, добрый арт-директор, который меня натаскал. Вот, был таким моим ментором. И, соответственно, вот эти базовые навыки дизайна я использую до сих пор. И, кстати говоря, я считаю, что любому творцу, абсолютно любому, неважно, чем вы занимаетесь, если вы режиссер, особенно вам нужно уметь графически излагать свои мысли. Не только словами, оттачивая их, да, и как-то стиля красивые истории, но и... понимать, что такое шрифтовые пары, понимать, как делать базовую сетку верстки, делать красивые картинки, для того, чтобы мотивировать большое количество людей, следовать за вами и как-то объяснять им, что вы хотите добиться. И очень часто для этого требуются презентации, требуются какие-то такие визуалы. И если у вас не будет базовых навыков дизайна, вы просто ничего не сможете делать. Но это ладно, шаг в сторону, продолжим историю, да, путешествия моего по работам. Вот проработав год дизайнером, я уже тогда немножко снимал, потому что если вы спросите любого трейсера, фриран-культура, вот паркурщики, как все их любят называть, они обожают снимать видосы. Так вышло, что это поколение интернета, которое... пересылала друг другу трюки на ютубе, чтобы... На ютубах даже тогда не было, просто на разных сайтах по диалапу пересылали друг другу по модемам видеоролики для того, чтобы обучаться новым трюкам. Это тот спорт, который появился недавно относительно, по сравнению со скейтбордингом, сноубордингом и другими классическими видами спорта. И, соответственно, какой у тебя способ научиться в России классно бегать и прыгать, делать сальто, если у тебя нету никого, кто мог бы тебя научить, никаких залов, никаких страховок, никаких матов, ничего вообще нет. Единственный способ — смотреть видеоролики и пытаться повторить. А когда ты пытаешься повторить это и чему-то учишься, ты автоматически сам себя начинаешь снимать. И вот эта потребность в снимании самого себя привела меня к увлечению съемки. Вот. И, соответственно, историю про съемку от первого лица я уже рассказал. И вот так получилось, что благодаря Ильюхе Найшуллеру, да, благодаря каким-то моим друзьям, которые меня также вдохновляли углубиться еще куда-то, я вот из дизайна фотографии, там, работы с импульсным светом, вдруг перешел к съемке. И начал я со съемки на GoPro. Вот это клеймо чувака, который снимает на GoPro, на мне это висит до сих пор. Когда я встречаюсь с какими-нибудь ребятами из профильных технических там киновузов, они до сих пор вот так вот на меня сверху вниз смотрят, такой, ну... Да, чувак, ты нигде не учился, ты, наверное, лох. Нет, ребят, я не лох. Я считаю, что современное самообучение намного важнее, чем академическое обучение. То есть я учился вот в университете рекламы и ушел из университета рекламы, потому что было нереально скучно. Хотя я изучал рекламу и очень люблю рекламу, и до сих пор ей занимаюсь. Так вот, придя, соответственно, в GoPro-шную съемку, я вдруг понял, что окей, мне нужны навыки. Мне нужны навыки, чтобы делать картинку более аккуратную, более качественную, более вылизанную. Я начал пытаться снимать видео. Я начал снимать видео о чем? Об экстриме. Я начал снимать все подряд, просто всех своих друзей-экстремалов. Я начал увлекаться техникой. И разрабатывая риги, я также увлекся системами стабилизации. Вот сейчас, я уверен, у большинства операторов, свадебников, любых чуваков есть дома стабилизатор, трехосевой стабилизатор. Еще несколько лет назад не существовало Ронина, не существовало ничего, существовало только несколько закрытых плат, которые позволяют, ну, соответственно, делать вот эту стабилизацию трехосевую. Одна из этих плат была сделана чувачком из России, Алексеем Москаленко, который продал ее китайцам, и сейчас большинство стабилизаторов, которые не являются Ронином и профессиональными, типа Аришных, это все китайские стабилизаторы, сделаны на плате Simple BGC, которая была создана российским чуваком, который живет в Краснодаре. И, в общем, вот такая тоже такое отступление в сторону. Я увлекся этой штукой, меня просто вдохновило то, что вау, есть стабилизаторы, можно снимать, можно бегать, можно снимать, делать какие-то трюки, используя вот такие штуки. Я купил себе дешманский стабилизатор по интернету. Это была рама, которой отдельно купил моторы, к которым я присоединил вот эту плату AlexMos. И уехав на Панган, вместе с Зориком Истоминым, там, с Тимой, с нашими друзьями, вот нашей творческой тусы, мы уехали жить на Панган. И там я начал изучать стабилизаторы, параллельно продолжая изучать съемку, продолжая читать, продолжая смотреть видеоуроки, продолжая пытаться монтировать также, пытаться заниматься графикой. То есть, если занимаешься дизайном, рано или поздно тебе понадобится немножко изучить 3D, немножко того, немножко сего. И ты начинаешь закидывать вот это как в одну корзину все данные, и они у тебя накапливаются, 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 и ты не знаешь, что с этим делать. Наверняка очень многие сталкивались с тем, что есть некая проблема у молодого поколения, особенно миллениалов, с самоопределением. Типа, кто я такой? Я и тот, и сёт, и пятый, и десятый. Особенно если взять видеоблогеров. Они и певцы, и, там, и танцоры, и одновременно телеведущие и так далее. Вот. И мне кажется, что вот эта планка размывается, да, классической специализации. Так вот, я занимался съемочкой, прыгал со стабилизатором, тренировался прыгать со стабилизатором, потому что это прикольно. А потом, уже вернувшись назад, по-моему, это был 2014 год, если не ошибаюсь, 2014, я активно перешел от теории тренировок к практике, и я стал очень много снимать. Я просто переснимал все, что можно. Я работал со светом, я работал с большими камерами, с маленькими камерами. И в итоге я начал сам еще режиссировать свои же видосы. Ну, вот так получилось. И сам же их продюсировать. И в какой-то момент я вдруг понял, что весь этот опыт, который накапливается годами на протяжении длинного времени, времени, он идеально складывается в копилку и становится отличной почвой для того, чтобы заниматься режиссурой. Вот. Потому что, почитав вообще про разных режиссеров, я понял, что любой режиссер, как правило, имеет очень богатый жизненный опыт. И это, наверное, вот с моей точки зрения, это намного более важная штуковина, чем технические знания, которые вы можете получить в вузе. Если вам есть о чем рассказать, и вы знаете как, то вы можете взять это и рассказать. Ну вот, такая вот телега. Не знаю, было ли кому-то интересно. Там, я не понимаю, на что ругается народ в чате, потому что название стрима «Как покорить мир видеопродакшена», который сделала я, потому что решила кинуть пафосное название, мне захотелось. Хорошо. Но мы рассказываем про жизненный путь твой, и как ты прошел от одной профессии к другой, и как это влияет на твое будущее, как тебе это помогает. Поэтому... Давайте поговорим по делу, хорошо. Как покорить мир? Кому? Видеопродакшена. Видеопродакшена. Смотрите, если вот мы зададимся таким вопросом, серьезно, подумаем о нем, как же покорить мир видеопродакшена? Для начала стоит определиться с тем, что вы хотите, чего вы хотите добиться. Ну, и если вы хотите быть кем-то, то просто берите и делайте это. Вот, с моей точки зрения, это тоже. И второе, вот мое утверждение изначально, я сказал сразу, что, ребят, мы не будем говорить про то, как покорить мир видеопродакшена, мы будем говорить про то, как важно в современном мире не складывать все ваши навыки, ну, типа, не разделять ваши все навыки, а пытаться, наоборот, их соединять и искать новые формы. К примеру, давайте так. Я проведу вам офигительную аналогию из компьютерных игр. Если отмотать время до... Если кто-нибудь играл в Diablo или в какие-нибудь другие ролевые игры из 90-х, то там всегда есть такое разделение. Маг, воин, вор и еще кто-нибудь. И вот эти вот разделения на профессии, они были очень строгие. Ты выбрал эту штуку, и ты развиваешь своего персонажа. И мы можем пронаблюдать за тем, как сменился рынок, как сменилось сознание людей вот сейчас на примере компьютерных игр. Если вы возьмете любую ролевую компьютерную игру сейчас, современную, которая позволяет вам быть несколькими персонажами, к примеру, Skyrim, то всем известно, yeah. то вы можете там быть мага-воином, взять в одну руку магию, в другую меч, зачаровать его одновременно. Вы становитесь более универсальным, потому что это влияет на ваш геймплей, это влияет на то, как вы взаимодействуете с миром. И вот об этом речь. Сейчас вдруг вектор сместился. Недостаточно быть просто узкоспециализированным специалистом. Вы можете им быть, если вы супер-мега-специалист и 10 лет посвятили только одной штуке. Но даже если это так, то, скорее всего, вы изучите все смежные профессии и углубитесь в эту тему еще больше. Поэтому... Как мне кажется, вот я искренне убежден в том, что в школах нужно обучать детей тому, чтобы они учились учиться, и тому, чтобы они не пытались очень сильно фокусироваться исключительно на какой-то вот одной теме, чтобы они поглощали и соседние знания, потому что это делает тебя более универсальным. Вот. Ну, грубо говоря, и на живом примере. Вот я могу сейчас пойти поработать фотографом, я заработаю с этого денежек, и найдутся люди, которые заплатят мне за это деньги. Я могу поработать продюсером, и я сделал несколько проектов. То есть, если посмотрите наши кейсы, которые мы делали, у нас своя компания, она называется Cameraptor, вот такой вот динозавр, мы совершили несколько интересных проектов. Вместе с Покрасом Лампасом мы сделали самую гигантскую каллиграфию на Земле, сняли об этом видео, которое разлетелось по миру и которое привело к тому, что у нас стали заказывать видеоролики такие компании, как Fendi, и мы стали работать в других странах. Мы сняли фильм о самой большой пещере на Земле, который тоже очень неплохо разлетелся, собрал несколько наград. Мы снимаем рекламы, делаем различные штуки и сейчас фокусируемся на своих проектах. Я уверен, что это вырастет во что-то еще большее, но я совершенно точно не могу ответить вам на вопрос, а как же покорить мир видеопродакшена. Если вы хотите покорить мир видеопродакшена, скорее всего, вы ничего не добьетесь. Нужно хотеть преследовать какие-то свои цели и развиваться. Вот с моей точки зрения так. Я хочу немножко углубиться про проект с Покрас Лампасом. Угу. Как происходила подготовка, кем, в роли кого ты там выступал, и, может быть, какие-то интересные моменты, которые там были. Какой опыт ты приобрел с этого проекта? Опыт простой. Самый важный опыт, вот, которым мне бы действительно хотелось поделиться с людьми, это делайте свои проекты. 90% из того, что вы делаете, если это ремесленничество, не приводит вас ни к чему. По крайней мере, это было вот на моем примере. Ты делаешь на потоке какие-то вещи, они, может быть, позволяют тебе держаться на плаву и зарабатывать немножечко денег, но по факту, когда доходит до дела, становится ясно, что только свои проекты толкает вперед. Так вот, такая вещь, как самая гигантская каллиграфия на Земле, это челлендж был. История началась с того, что я хотел сделать видос о осенне, ну, о Покрасе Лампасе, окей, извините. Я жил в Питере, созвонился с Покрасом, он сказал: бро, нет, давай что-нибудь масштабное сделаем. Я такой: окей. Мы поштормили немножко, решили к тому, что надо делать большую, огромную работу. И начали очень долго и нудно искать крышу для того, чтобы это сделать. В итоге, собственно, нашли эту крышу в Москве. Хотели сначала сделать в Питере, но в Питере у нас не получилось, и в Стамбуле не получилось, но получилось в Москве. Так вот, на этом проекте я выступил продюсером, я же выступил режиссером, оператором, всем в одном лице, вот, Сеня выступил художником, и у нас получился тот проект, который позволил нам толкнуться куда-то дальше, масштабно толкнуться дальше. Мы с этой историей мы не заработали космических денег, чтобы все понимали. Там есть логотип Panasonic, компании, которая инвестировала деньги в то, чтобы мы могли купить краску. И, ну, мы чуть-чуть с этого, конечно же, заработали, но глобально, если все понимают, это не коммерческий проект, инициированный творческими людьми, которые хотели добиться каких-то своих хотелок. Мне хотелось сделать очень интересный видос и поднять планку по красу, хотелось тоже поднять планку и совершить что-то масштабное. Вот мы нашли точки пересечения в этом и сделали это, несмотря ни на что, хотя это заняло космическое количество времени. В итоге это привело к тому, что видос очень сильно похайпил в арт-блогах, и его посмотрели различные крупные бренды, которые захотели, чтобы для них тоже так делали, и они захотели, чтобы, ну, это превратилось уже в какую-то серьезную рекламную коллаборацию. Вот. Это нас привело к съемкам проекта в Риме вместе с Fendi. И Fendi, если кто не знает, это хай-фэшн бренд, очень известный. Их штаб-квартира в дворце итальянской культуры. И в этом дворце, соответственно, мы разбомбили крышу. Кирилл, это второе видео, которое желтой каллиграфии про Fendi. Ох. Да. Да, подсказываю? Я подсказываю, да, спасибо. Да, вот такая вот история у нас получилась. Собственно, тут я также выступил продюсером, режиссером, и тут очень помогло то, что мы с друзьями, вот тоже хотелось бы сегодня затронуть этот вопрос. Международные проекты в России делать довольно-таки сложно, потому что тебе приходится договариваться с иностранными компаниями, как правило, через другие иностранные компании. И вот, слава богу, мы вместе с друзьями, опять же, с тем же самым Зориком Истоминым, с Инсом, открыли компанию в Америке, и это позволило нам вообще заключить контракт с таким гигантом, как Fendi, напрямую, как агентство, не как продакшн, который исполняет чью-то задачу. Мы работали со своей идеей, со своим креативом, просто пришли туда и разбомбили эту крышу. Вот. У вас было разрешение на то, чтобы эти крыши красили? Конечно, ну, а как их покрасить без разрешения? Это делалось официально от бренда. Вот как раз второй ролик, мы с него заработали хорошо денег. Очень понравилось это бренду. Это получило позволить им все KPI, на которые они рассчитывали. И это вылилось в прекрасное плодотворное сотрудничество на протяжении еще 3 роликов и еще в будущем роликов вместе с этой замечательной компанией. В общем, я считаю, что если бы мы продолжали делать и ждать того момента, когда бы к нам пришел какой-то бренд и сказал: ребята, а сделайте нам какой-нибудь интересный проект, мы бы в жизни никогда ничего не дождались. Нужно просто типа взять и сделать. И вот такие штуки, они приводят на самом деле к успеху. Такая же история с хардкором. Хардкор, вот. Я только что рассказывал очень длинную историю того, как получился хардкор. Он получился с того, что 2 чувака, которые толком ничего еще не знали и не умели, просто захотели, постарались, у них что-то получилось, они еще подучились, еще лучше это сделали, еще подучились, и в итоге пришли к тому, что сняли и сделали полнометражный фильм, который вышел в 67 странах. Ну, если бы мы сидели и ждали, когда к нам кто-нибудь придет и скажет: ребята, а снимите-ка нам офигенный фильм от первого лица, мы бы, опять же, никогда не дождались. Нужно придумывать свои проекты, это очень важно, и делать их. Расскажи немножко про технический момент съемки вот этой. Вы продумывали кадры заранее или... Как это вообще происходило? Была ли какая-то раскадровка, или это чистая репортажка, на что снимали? Что именно, крышу Fendi? Можно и ту, и другую. И чем они отличались? Почему та так, а это вот так? Ну, давайте объясню. На самом деле оба проекта для меня... Ну, вот второй, он коммерческий. Это, по сути... по сути, уже коммерческий заказ, где мне нужно было сделать примерно то же самое, что мы делали до этого. Поэтому, когда ты работаешь с брендами, очень важно находиться внутри вот гайдов самого бренда и сотрудничать с ними, говоря на одном языке. Поэтому первый ролик вот мне лично даже больше нравится, потому что там был настоящий панк-рок, мы просто угорали. Использовал я дроны. Вот когда мы снимали первое видео, мы практически все сняли на дрон. Вот прям 80% материала. При этом я параллельно снимал на стабилизатор покраса, двигающегося, делающего всякие красивые вот эти движения. Для этого, собственно, я использовал DJI Phantom, дешманский дрон, старый еще. И я использовал камеру Panasonic GH4. С какими-то простыми линзами. Опять же, поскольку это был не очень высокобюджетный проект, на котором у нас денег хватило исключительно на краску и в принципе, все. Мы использовали очень простое оборудование. И не важно было вообще, на что это снято, и как это снято. Главное было, ну, как раз таки важно было, как это снято. У меня была идея сделать ролик похожим на GTA 2. Ну, вот, есть такая компьютерная игра, GTA, многие ее знают, великий автогонщик, офигенная штука. И там в старых частях игры действие происходит с видом сверху, так называемый God View. И я хотел сделать ролик, по большей части построенный на God View. Соответственно, мы сняли очень много такого материала. И на всякий случай я еще снимал с земли, просто для того, чтобы у меня были какие-то перебивки, в случае, если это будет плохо монтироваться. И в итоге... Тогда у меня была очень интересная продюсерская ошибка, когда я не позвал специального человека, который бы копировал материал, и мы потеряли 50% всего материала. То есть вот половина материала оказалась браком, потому что, ну, так получилось. И я вот смонтировал из того, что было, и все равно получилось весело. Вот. Но на самом деле такие классные кадры тогда были потеряны. Что еще сказать? Собственно, идея с таймлапсом. Вот, если вы обратите внимание, в видеоролике изображение как бы дышит, постоянно ускоряется, то замедляется. И мы технически делали это очень простым способом. Снимать это фотками было бы неумно, с моей точки зрения, потому что тогда не было бы возможности в какой-то момент остановить изображение и перейти к реальному времени, когда человек ходит по крыше. Вот. А мне очень хотелось, чтобы время вот ускорялось до максимума, а потом замедлялось так, чтобы можно было разглядеть шейпы, которые рисует покрас. И мы просто снимали, то есть дрон взлетал вверх, зависал на одном месте, нажималась кнопка, и вот пока у него хватало батарейки, он снимал, потом он спускался, мы перезаряжали батарейку, он взлетал, снова снимал, и так мы тратили, наверное, 8 или 9 батарей, а потом, когда они заканчивались, мы брали DJI Inspire, запускали его, снимали еще несколько кадров, у него еще быстрее садится батарейка, и за этот момент успевали перезарядиться несколько других батарей, и вот нон-стопом мы, короче, так снимали. Собственно, этот же трюк я использовал на крыше Fendi, только в чуть более облегченном виде, потому что история была очень смешная на этой крыше. Когда мы туда приехали, мы вынуждены были нанять местных дронщиков, которые имели лицензию на полеты и разрешение от правительства. В Риме очень все строго с разрешениями. Соответственно, если бы я привез команду из России, мы бы летали незаконно. А такие крупные компании не могут позволить незаконно что-то делать у себя на крыши дворца итальянской культуры. Соответственно, мы просто наняли ребят. Эти ребята приехали, и выяснилось, что их разрешения хватает только на определенное количество минут полета. Вот. После этого они начинали, по русским языкам, подванивать. Вот. И в тот день был небольшой ветер, и я очень удивился от того, что местные дронщики настолько боялись того, что дрон вдруг улетит, что они привязывали тяжелую веревку к маленькому дрону, и этот маленький бедненький дрон кренился так, что снимал просто ужаснейшую картинку. И очень много кадров из тех, что там используется, было снято вообще с использованием гигантского монопода, который я прикрепил к штативу, который я прикрепил к DJI Osmo, который я направил вниз, и вот так вот с палкой ходил и снимал покраса пишущего какие-то свои линии. Я так понимаю, что вот вы сняли это первое видео, которое на Красном Октябре в Москве, а потом вы его отослали Фэнси? Нет, не Фэнди. Или они просто вышли на вас? Вышли на нас, да. Они просто написали Покрасова, Покрас сразу же подключил меня, и мы начали с ними общаться, вот, и дообщались до того, что вот сняли. У них был запрос на то, чтобы сделать интересный арт-проект на их крыше, вот. А мы знали, как сделать этот арт-проект, вот и все. Люди спрашивают про то, сколько ты заработал на хардкоре, сколько ты заработал на... Ну, я вообще, мне кажется, что вот эта вся хайпажорская тема на тему того, кто сколько зарабатывает, вообще очень неправильная история. Вот Дудь и все остальные... Ну, во-первых, если говорить про фильм, то в фильме мы... подписывали документики, и мы не должны вообще распространяться о таких вещах, если честно. Вот. И если я, вот работая продюсером, также буду работать с командой, то я также буду подписывать документы, потому что ну какого фига. Если ты разговариваешь о зарплате, то один человек всегда получает больше другого, и если это другой узнает, они могут занимать вообще две позиции, как ты с кем договорился, то, возможно, они будут друг на друга обижаться только из-за того, что каждый будет знать, какая у кого зарплата. Неправильно это разговаривать про деньги, с моей точки зрения. Вот. Но, скажем так, на хардкоре я заработал репутацию, имя и деньги, а на Fendi я также заработал деньги, просто заработал деньги, потому что там и так было, уже было некое имя, которое позволяло договориться с таким крупным брендом и то портфолио, которое я мог показать, чтобы они точно убедились в том, что вот да, с нами можно работать. Вот. И, собственно, после этого еще были более прибыльные проекты, которые мы также делали с этой компанией, ну и не только с ней. Окей, тут немножечко вопросов, опять возвращаясь к хардкору, понятно, люди будут про него спрашивать. Спрашивают, какие настройки GoPro, прям технический вопрос, или других экшн-камер лучше применять при спортивной съемке? Вот так. Да, GoPro можно снимать по большей части в автоматике, если честно, ребят. Ну, это же любительская камера. У нее есть возможности, конечно, искусственно как-то настраивать экспозицию. И более того, сейчас это уже встроено в программное обеспечение самой камеры, а тогда, когда мы снимали, этого не было. И нам приходилось придумывать уже космические костыли для того, чтобы как-то эту экспозицию настраивать, для того, чтобы камера тупо не меняла настройки, выходя из светлого в темное, и чтобы у нас не пережигалось изображение. Ну и мы, соответственно, накручивали разные фильтры, ND-фильтры и так далее. А так, хардкор снят следующими техническими характеристиками. Это изображение 2К в 48 кадров в секунду, для того, чтобы была возможность иногда замедлить его в 2 раза. И несколько кадров в фильме снято уже в павильоне, когда была основная драка с киборгами, и там оперпласт Федя Ильяс использовал Red для нескольких буквально кадров, чтобы замедленное прям изображение сделать. Вот. И эти кадры, кстати, видно, потому что они по качеству более резкие, чем GoPro. Вот прям я всегда смотрю, сразу вижу, где какая камера. Вот. Тут еще спрашивают, использовали вы скрипты для процессора GoPro 3, там... для повышения битрейта и для отключения шумодавы и управления баланса белого. Ну, я так понимаю, что GoPro 3, ребята, GoPro 3. Просто вот прогуглите, какие были возможности GoPro 3 и поймете, что мы использовали... Короче, мы на коленке это делали. Вот. У нас, конечно же, были небольшие поблажечки от GoPro, скажем так, но там ничего того, что вы можете сейчас найти в современной камере, там не было. Вот. Окей, теперь едем дальше, про документалку. Это вообще не похоже на твой стиль съемки, этот фильм. Почему, откуда взялся? Ну, это не я снимал, как оператор и режиссер, я продюсировал этот фильм. То есть, собственно, вот вопрос про продюсирование. Появился, если интересно кому, как была история. Некая команда ребят решила отправиться в путешествие к пещере. И они захотели взять какого-нибудь оператора с собой, который бы снял какой-нибудь просто бэкстейдж о том, как ребята тусуются в охерительной пещере. Попасть в эту пещеру достаточно сложно даже сейчас, потому что нужно пройти целый ворох согласований, и только одна единственная компания «Монополист» занимается турами туда. Тур стоит там, больше 10 тысяч долларов на одного человека, плюс перелеты, плюс дополнительные проживания уже в отелях, плюс, конечно же, вся экипировка, которая может там понадобиться, плюс оплата там дополнительных всяких людей. Ну, короче, экспедиция не дешевая. И появился запрос, ну вот, типа, чтобы кто-то снимал. Мне позвонили, сказали, Уги, можешь? Я на тот момент занимался другим проектом, сказал, могу, но, типа, ребят, давайте не снимать бэкстейдж. камон, очень мало людей отправлялось в эту пещеру для того, чтобы вообще что-то там снимать. Там снимали BBC, там снимали National Geographic и снимало еще несколько туристов, которые всякую фигню снимали. Вот, соответственно, контента о таком редком месте было вот прям вот столечко. И я предложил как-то чуть посерьезнее подойти к этому вопросу. И, соответственно, отправил вместо себя Георгия Тарасова, можете посмотреть, замечательный режиссер, талантливейший вообще, который снимает travel-истории. Он отправился с максимально легкой экипировкой. То есть, если вы смотрите на картинку, это все снято на Sony A7S вторую вместе с легким стабилизатором, просто потому что, когда вы идете 4 дня через пещеру, тяжелую камеру таскать вам не захочется. И использован дрон DJI Mavic. Там была еще очень смешная история во время съемок этой пещеры с дронами, когда приезжали туда съемочные группы. Они все разбивали дроны. Все вообще, потому что не работает никакая автоматика внутри темной пещеры, не ловит никакие GPS. И приходится летать в ручном режиме. Это очень непросто. Там очень темно. Но, в общем, из там, 10 операторов, кто там пробовал летать, 9 разбили свои дроны. Вот. А Жора не разбил. И эта компания, которая организовывала тур, даже его сфотографировала и повесила фотку на стену, типа, чувак, который не разбил дрон в пещере. Вот. Собственно, когда он вернулся, было довольно большое количество разрозненного материала, он собрал первый монтаж, и мы начали потихоньку допиливать, дошлифовывать, родилась идея записать voice-over, и, соответственно, фильм собирался без какого-то первоначального супер-мега-сценария. Но смысл в том, что накопив материала и задумав какие-то определенные фишечки, которые там, с которыми Жора пришел, он там поснимал этот дневничок, поснимал там какие-то приколы с проходочками, и потом все это сложилось в единое целое и превратилось в полноценный фильм, который мы выложили. Он собрал награду на Vimeo, вышел в Ставпик, стал видео месяца. У нас после этого купили права на материал сразу несколько компаний из разных стран, телекомпаний, просто выкупали отдельные кадры. И, собственно, получился тоже очень интересный кейс, который, опять же, позволяет в будущем делать еще более серьезные проекты на эту тематику. И сейчас у нас уже приходят такие запросы, и очень-очень интересно. Вот недавно нам писали ребята, которые снимают сериал для Netflix. И поскольку очень сложно добыть кадры из пещеры, они как бы говорят: ребята, можно мы купим у вас кадры из пещеры? То есть, опять же, если брать этот проект с точки зрения коммерции, мы вошли туда как продакшн, я вошел туда как продюсер, потому что мы не брали с тех, с кем мы поехали, денег, но мы, соответственно, окупили немножко эти деньги уже после, продавая материал, и, соответственно, сделали очень интересный кейс, который лег в основу travel направления нашего продакшна, что, я считаю, бесценно. Какие-то еще были у вас travel видео или на основе этого опыта? Он пригодился где-то сейчас? Вот сейчас я не буду раскрывать все карты, короче, просто, ну, если буду вываливать все, что мы собираемся сделать, это, наверное, будет не очень правильно, потому что лучше яички держать в корзинке, вот, для того, чтобы их не разбить раньше времени. Вот. Но если вопрос перефразировать на то, что типа, привело ли это к чему-то, что позволит нам дальше развиваться в том направлении, которое мы хотим, да, стопудово, оно уже привело к этому. Вот. Дальше будет больше, круче, интересней. Смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, 100%. Тут задали правильный вопрос, и я его озвучу. Расскажи о обязанности продюсера, что вообще он делает и что должен делать в своем понимании. Ну, ребята, ну что, продюсер — это тот, кто организовывает процесс. В первую очередь продюсер — это предприниматель в сфере видеопроизводства. То есть тот человек, который, ну, скажем, в моем случае, очень часто я выбираю тему того, что я хочу сделать, я организовываю процесс, мотивирую группу и создаю все благоприятные условия для того, чтобы что-то получилось. Продюсер — это тот человек, который отвечает за то, чтобы продукт съемки получился. То есть, если брать, вот, к примеру, любой фильм, то самый главный, конечно же, режиссер в творческом вопросе. Во всех остальных вопросах, если, конечно, есть продюсеры, которые и также занимаются творческой частью, вот я очень часто и занимаюсь. Но смысл в том, что в первую очередь это режиссер, а за все остальное отвечает продюсер. Из-за того, чтобы проект получился, это, собственно, и есть работа продюсера. Но вот. Ты, получается, следишь за всеми сразу и смотришь, чтобы все везде, во всех инстанциях получилось, грубо говоря. Ну, конечно, грубо. Давайте приведем аналогию, не знаю, с чем-то всем понятным. Допустим, вы решаете открыть кафе, вы становитесь предпринимателем, и вы придумываете бренд этого кафе, контролируете дизайнера, приглашаете всех, кто будет там работать, вот, открываете это кафе и начинаете обслуживать гостей. Вот вы довели проект от идеи до реализации. В этом, собственно, заключается работа продюсера только в сфере видеопроизводства. Я думаю, что мы ответили на вопрос. Я хотела бы двигаться дальше, так как у нас время-то тикает, а тем еще очень много интересных. И я хотела бы поговорить про один из последних, я так понимаю, проектов твоих, это про Мумий Тролля. Клип и про этот клип, да. Я хочу знать все о нем от начала до конца, потому что это выглядит, конечно, весьма своеобразно. Кирилл, я думаю, что показывать больше, чем 15 секунд не стоит, но показать клип надо. Я не думаю, что, но я надеюсь, что Мумий Тролль не будет против. Ребята, не удаляйте видео, ну, клип, может, еще люди еще посмотрят клип, это же хорошо. В общем, клип Мумий Тролля — это эксперимент. Как я очень люблю эксперименты и очень люблю пробовать новое, не зацикливаясь на чем-то вот, на чем-то одном. И очень давно на меня произвели просто неизгладимые впечатления нейросети. Так как нейросети, по большому счету, это то, что прямо сейчас меняет мир. Как я говорил в самом начале, технологии определяют, да, нашу реальность, в которой мы живем, и наши изобразительные вот средства, которые мы используем. Соответственно, здесь мне хотелось попробовать поработать с графикой, но сделать ее немножко такой кислотной, скажем так. И по большому счету клип — это классическое путешествие героя, сжатое до 3 минут. То есть, если вы откроете любую книжку по сценарному мастерству или хотя бы, не знаю, офигенную книгу «Тысячеликий герой» или «Герой с тысячей лиц» Джозефа Кэмпбелла, там он описывает историю под названием «Мономиф». Мономиф — это концепция того, что в разных культурах, разных стран, населяющих разные точки нашей планеты, существуют определенные архетипы героя и того пути, который проходит герой от самого начала до конца. И неважно, это кто там, Люк Скайуокер или, я не знаю, Винни-Пух. То есть они все проходят определенные точки становления героя, и, соответственно, это бьется, как правило, на классические 3 акта. И там, 12 часов, 12 событий. Вот, собственно, в фильмах очень активно используют это, особенно в попкорновых фильмах. Я взял эту же историю и ужал ее до там, 3 минут. При этом это история путешествия через миры героя клипа Ильи Лагутенко. Больше хочу узнать про процесс создания. Вот именно прям технические моменты. И даже начиная с того, как вообще Илья вышел на тебя, как вы взаимодействовали с группой, или это коммерческая тайна? Нет, не коммерческая тайна, все очень просто. И Илья Лагутенко, мы с ним познакомились в Лос-Анджелесе, нас познакомил общий знакомый Незлобин, собственно, Александр. Вот. И, тот самый, который шутки шутит. Да, который шутки шутит. Вот очень классный, кстати, чувак, мне был пьян. И Илье просто понравилось, что я делаю. То есть он там, посмотрел, видимо, шоу-рил, или я не знаю, как ему меня представили. Вот он сказал: можешь снять клип? Я сказал: могу. И предложил несколько таких идей, вот из которых мы сфокусировались на этой. Большое спасибо вообще всей группе Мумий Тролль в том смысле, что они позволяли прям угорать и экспериментировать, и особо никак не стесняли. Была очень смешная история, когда я придумал сцену с ростом бороды у Ильи Лагутенко и рассказал ему об этом. Сказал: вот в клипе у тебя будет расти борода. Он такой: ну круто, в жизни борода не растет, хоть в клипе будет расти. Вот. И тут я такой: а как-то так борода не растет, типа. Он мне сказал, что вот если у тебя сейчас борода не растет, а у меня тоже не растет особо борода, то расти она, чувак, у тебя не будет никогда. Я такой: вау. Ну вот, ну в общем, в клипе у Ильи растет борода, потому что проходит очень много времени. Он путешествует по мирам, сталкивается с различными трудностями и в итоге выходит из этих трудностей. А если говорить про технический аспект, аспекта. Да, это же интересно, я как всегда начал лить воду. Окей. Технические аспекты. Мы использовали очень-очень сложный пайплайн работы, когда мы сначала делали какие-то кей-арты. То есть вот представьте, для того, чтобы объяснить такой, по-русски говоря, хотел сказать другое слово, но, короче, сумасбродный сценарий, мне пришлось сделать очень понятную, емкую презентацию с полной раскадровкой каждой сцены. Я сделал следующее. Я взял нашу раскадровку, взял все референсы, которые я мог найти из интернета, более-менее отображающие похожие сцены, и открыл примеры After Effects и полностью смонтировал весь этот клип на этапе препродакшена. То есть у меня был клип готовый, смонтированный до того момента, как мы начали снимать, от и до. И сценарий, написанный на, там, не помню, 10-11 страницах, где было очень четко, подробно описано каждое действие и то, как все это происходит. После этого я очень долго и с большим трудом искал команду, с которой я мог бы это реализовать, именно команду по графике, с которой я мог бы реализовать. И студии в России очень часто либо качали головы и говорили: не, это слишком сложно, это будет, или это будет слишком дорого. Вот. Как всегда, есть же, конечно же, ограничения в бюджетах. О, спасибо большое, потом водички. Для того, чтобы сделать большое количество графики с достаточно ограниченным бюджетом, приходится придумывать способы, как упрощать некоторые вещи и как, соответственно, жонглировать вот этими всеми способами достижения цели. В общем, я все не понимаю, в какую камеру смотреть. Давайте буду смотреть на все. Ты будешь смотреть на меня. Вот так, давай. И рассказывать мне. Хорошо, давай я буду рассказывать тебе. В общем, я встретился с несколькими руководителями студий, встретился с несколькими фрилансерами и ни с кем не договорился нормально. Это ушло в производственный ад. Тогда я принял решение собирать команду собственноручно. Вот, собственно, к вопросу о том, чем занимается продюсер. Вот. Я постоянно работаю, у нас в продакшене работает замечательный арт-директор Дима Журавлев, вот, и он такой: ну давай я попробую, короче, делать какие-то кей-арты и будем собирать эту команду. Мы с ним собрали всю эту команду и начали делать своими силами, параллельно ища еще одну команду, которая бы занималась нейросетями. Изначально была задача перерисовывать изображение. То есть не должно было быть вылизанной картинки. Я вот не очень люблю вылизанную чистую картинку. Мне нравится, когда у нее есть некий вот набор такого панк-рока. Вот, что когда она слишком стерильная, это становится не таким кислотным. Вот в рамках этого клипа, как мне кажется, это бы не так работало. Ну вот. И понадобились нейросети. Я обратился к нескольким ребятам, которые занимаются созданием нейросетей, и мы на протяжении 2 месяцев пытались добиться тех референсов, которые я им показал. Ничего не получалось, все получалось немножко не так, все получалось плохо. И тогда я принял решение и обратился к Олегу Илларионову, это разработчик ВКонтакте, который сделал приложение Винчи. Он использовал открытый код API, который есть в интернете, вы можете его найти на гитхабе, и, собственно, сделал на основе него приложение. Это приложение я использовал, но только не обрабатывая видеоролик через телефон, а мы сделали сервер такой, который постоянно вис. И, соответственно, в этом сервере я загружал туда видео, получал на выходе перерисованное изображение. Вот. И процесс работы был следующий. Мы снимали на зеленке, после этого мы создавали полностью трехмерную сцену. Вот, кстати, есть даже ролик, где собирается вся эта трехмерная сцена. Можете включить, если нашли его. Кирилл, я верю в тебя, ты справишься. Ну вот, собственно, мы собирали полностью трехмерный мир. Все это тречили, композили, а после этого еще пропускали через нейросети. И получался вот такой вот безумный кислотный эффект. Собственно, что еще, я даже не знаю. Ну, мне кажется, я тоже уже рассказал. Есть большая статья, интервью на ТВ Кинорадио, которую вы можете прочитать. Там я рассказал вообще всю историю создания клипа. И я думаю, она более будет иллюстративна, чем я сейчас сидящий и помирающий с жажды. Сорян, у нас просто довольно душно в студии, и мы не можем сильно открывать окна, потому что мы стараемся сделать для вас все как можно лучше, чтобы не было шумов. Вот, возвращаясь к клипу, каждый раз какого-то проекта ты выносишь опыт, который ведет тебя дальше, в какие-то новые сферы, ты пробуешь постоянно что-то новое. Куда тебя привел этот клип? Клип меня привел к тому, что я стал глубже увлекаться графикой. Вообще, если отступить вот так немножко в сторону, всю свою жизнь я черпаю вдохновение не в кинематографе, я черпаю вдохновение в компьютерных играх. Это можно посмотреть во всем моем творчестве. Если вы посмотрите видеоролики, которые я снимаю с экстримом, бегая, прыгая, делая всякие трюки со стабилизатором, это попытка имитировать изображение, которое существует в компьютерных играх от третьего лица на протяжении уже десятилетия. И эти приемы сейчас активно поглощает кинематограф, в первую очередь западный, российский плетется где-то в хвосте. И, соответственно, меня это очень вдохновляло. Меня всегда очень вдохновляло то, как двигается камера в играх, потому что в жизни камера так двигаться может только вот в самых последних фильмах про, не знаю, каких-нибудь Мстителей. Вот. Но только в таких супердорогих проектах. И вот мне хотелось это делать в недорогих проектах, поэтому я пробовал прыгать с камерой. И, соответственно, о чем это я? О том, к чему это привело. Да. Да. Да к чему это привело? К развитию, как всегда. То есть все скакнуло на левел вверх. И мне кажется, что... Я запутался уже, я в своих мыслях вот так вот плаваю, ты меня давай направляй, потому что я сейчас уже был, мне кажется, я начну воды. Бывает, ничего страшного, в принципе, я считаю, что все интересно, ребята, пишите в комментарии, нравится ли вам, и ставьте лайки, не забывайте. Пишите, он мудак! Ой, простите, я обещал не ругаться матом. Вообще-то да, все, твой челлендж завален. Я еще хотела поговорить, ну, отвлечемся уже от клипа и от съемок конкретно, мы, по-моему, уже все самые крутые проекты обсудили и со всех сторон облизали. Ребята много спрашивают, конечно же, про Smokin' Heroes и про твой собственный продакшн. И спрашивают, кто основал и что это вообще за продакшн. Этот же вопрос задавали в свое время Ашоту у нас на стриме. Ашот радостно сказал, все вопросы к Сереже. Итак, у нас в студии Сережа. Короче, смотрите, Smokin' Heroes — это творческое объединение. То есть это набор творцов, которые идут по жизни и приглядывают друг за другом, вот, помогая друг другу реализовывать всякие совершенно безумные проекты. Мы прошли через несколько этапов становления. Собственно, через в этой вот коллаборации людей состоит достаточно много людей. Вообще идея какая, что Smokin' — это... Офигенный, классный парень. Ашот говорил это матом, я обещал матом не ругаться. Вот. И таких вот классных парней с определенными убеждениями становится все больше и больше. И, собственно, идея была в том, что мы кучковались, потому что мы разделяли... Ну, вот одна из идей того, что творческий человек должен быть мультиинструменталистом, творческий человек должен быть независимым ни от кого. Он должен уметь сейчас... быть и чтецом, и жнецом, и на дуде, и грецом. Но, как очень любит говорить Зорик Истомин, если ты идешь один, ты идешь быстрее. Если ты идешь вместе, ты идешь дальше. И об этом Smokin' Heroes всегда были. Но у нас было, конечно же, в какой-то момент этап становления, когда мы решили превратиться в компанию и стать продакшном, таким брендом, в который распространялся бы как спрут, и было видеопродакшеном, рекламным агентством и так далее и тому подобное. И, слава богу, этого не стало. Потому что, когда у тебя в команде огромное количество лидеров, талантливых лидеров, которые, у каждого из которых есть свои амбиции. И, соответственно, начинается история лебедя, рака и щуки, когда все пытаются плыть примерно в одном направлении, по одной реке, но вот гребут-то в разные стороны, и из-за этого плавают на месте. Мы, соответственно, пытаясь превратиться в компанию, вот в такую, поняли, что мы делаем не то. Что нужно вернуться к истокам, что нужно вернуться к вот этой коллаборации, к творчеству. Вот про творчество эта вся история была. И продолжить развиваться вместе, но независимо. И тогда нам стало всем легче. Каждый основал по своей компании. Моя компания вот, называется Cameraptor. Вот. Это видеопродакшн. У нас замечательная команда, которая занимается графикой, которая занимается съемкой. И на данный момент, вот, собственно, мы делаем... Очень интересные штучки. В следующем месяце у нас будет релиз нашего шоу-рила. То есть проект был придуман год. Ну, он был придуман 2 года назад, но год, как мы ведем активную деятельность, за это время мы успели, собственно, снять кучу всего, кучу роликов для Fendi, фильма «Самый большой», «Пещери на земле», рекламу «Рози Хутор», куча проектов там для Лены Темниковой, связанных с компьютерной графикой. Мы Сняли проекты Адидасу. Ну, в общем, мы наснимали и рекламы, и своих проектов, и наделали всяких штук. И сейчас варим внутри компании еще несколько очень интересных проектов. Плюс будем релизиться уже вот так вот официально, глобально, с шоурилом, как настоящий большой продакшн. Если взять там, допустим, Зорика Истомина, в Москве у него есть отличнейшая студия Z, тоже такая художественная мастерская, где работают отличные ребята, и они занимаются также в том числе и съемкой, и различной графикой, и так же, как и мы, пытаются фокусироваться на том, чтобы производить свои проекты. То есть вот о чем я говорил с самого начала, продолжаю говорить до сих пор, и буду говорить, я думаю, всю свою жизнь. Самый большой выхлоп дает только, когда вы делаете свои проекты. Вы придумываете что-то и пытаетесь его толкать. И вот если брать вектор развития моего продакшена конкретно, то это свои истории. Это не бесконечная съемка рекламных роликов. Мы будем и придумываем, и будем придумывать свои концепции, в которые будем подтягивать бренды, чтобы коллаборировать. Вот классно есть пример, опять же, с художниками, например. Есть... Покрас, которого все знают. И Покрас не работает как дизайнер. Нельзя прийти к нему и сказать: Покрас, нарисуй нам логотип вот такой, вот такого цвета. Он скажет: идите, до свидания. Вот. Но зато с ним можно сделать арт-проект. Вот мы как продакшн также будем делать свои проекты, в которые будем подтягивать вот тех, кто хочет подключиться. А если брать других членов команды, у каждого есть своя компания. У Глеба, нашего иллюстратора, есть своя компания. Они там занимаются лонгбордами. У Ашота, Ашот Геворкян сам по себе настоящий просто ичтец и жнец над игре. Ну да, по твоей политике живет, как он, по крайней мере, рассказывал. Зорик живет по моей политике, и Глеб живет по моей... Ну, это не моя политика, это просто так получилось. Так получилось, и вдруг эти люди как-то вдруг сгруппировались. То есть это не специально, если об этом речь. Но тут у меня возникает вопрос, я думаю, что у ребят тоже. Вот ты говоришь, что делать надо свои проекты, подтягивай сюда бренды. Угу. И резонный вопрос, а на что жить-то тогда? На что жить тогда? Да, чем зарабатывать? Нет, потому что это не всегда приносит деньги, ты же сам даже об этом говорил. Очень важно разделять, ну, опять же, с моей точки зрения. То есть я вот сейчас так говорю, как будто бы я говорю абсолютную истину. Если что, можете вот взять, короче, написать все то, что я сказал на бумажке, разорвать и выкинуть в унитаз. Потому что каждый определяет реальность сам для себя. Вот в моей реальности работают следующие правила. Они работают для меня уже на протяжении десятилетия. Я единственный год в своей жизни работал на кого-то. И тем не менее я не умер с голоду. Я прекрасно процветаю, активно развиваюсь, работаю по всему миру, и это работает для меня. И вот рецепт, собственно, очень простой. Нужно поддерживать себя на плаву, работая. То есть нужно постоянно работать, нужно не про... Вот. Нужно просто постоянно упорно работать. Конечно же, выполнять ремесленнические заказы. Если у вас сейчас такой уровень, когда вы кушать нечего, завтра платить за хату и нужно что-то делать, а о творчестве думать не получается. Конечно же, нужно взять и решить все проблемы, поработать, сделать то, что от вас хотят, но не забывать о том, что ремесленническая работа на потоке никогда в жизни не приведет вас к тому, что вы хотите. Ну, по крайней мере, в моем случае это не работало. Работали только те проекты, которые вот варились. И... А у тебя были голодные времена? Конечно. У кого не было голодных времен? И были моменты, когда я на дошираке сидел, вот сейчас за кадром здесь сидит Реги, моя девушка, которая, собственно, когда со мной познакомилась, и вообще там был момент, когда я сидела просто дома, ела из пластиковых тарелок, потому что мне впадло было мыть посуду. Вот. И у всех были времена доширака. Если вы принимаете решение как-то выйти из системы, помните, как Нео в «Матрице», да? Вот он проснулся и вдруг такой: вау, есть же еще другой мир. И там ему приходилось, конечно же, жрать элементарную вот эту вот биосмесь, которую ему давали на корабле, потому что в «Матрице» он, по-моему, мог пожрать фуагра, а тут была только биосмесь. Но в итоге-то он смог трансформировать реальность сам под себя. К чему это привело? И самое страшное, мне кажется, во всех этих историях, когда вы начинаете работать сами на себя, заключается в том, что просто вам страшно. Все. То есть выйти из зоны комфорта, ты выходишь из зоны комфорта, и через какое-то время новая реальность становится новой зоной комфорта. И даже вот этот дискомфорт заставляет тебя двигаться дальше. Ты понимаешь, что окей, вот теперь у меня нет стабильной зарплаты, больше я не получаю денег ежемесячно, мне нужно что-то делать. И есть два пути развилки вот событий. Ну, их на самом деле больше, но представим, что их два. Один путь. Вы сдохнете с голодом, станете бомжалкашом, но это будет только в том случае, если вы не будете ничего делать и будете просто жить по инерции. А если сфокусироваться на том, что вы хотите, то рано или поздно начинает возникать новая реальность, и дорога возникает под ногами идущего. Как ты выбрался из голодных? Вот как ты переживал эти голодные времена? Просто вот, ну, работал, пытался что-то предпринять, и не останавливался, все. Ну, то есть это в какой-то момент просто это уходит. Ну, к примеру, простая аналогия. Вы жирненький чувачок, решили сбросить живот, приходите в зал. В зале подтягиваете штангу 3 раза, возвращаетесь домой, болит все. Ничего, на следующий день ходить вы не можете, следующую неделю это невыносимая пытка, все болит. И если вы остановитесь, вы так и останетесь жирным чувачком. Если вы адаптируетесь, вы станете качком. Вот. И, собственно, это вся история про адаптацию. То есть можно адаптироваться, и тогда все, реальность, опять же, трансформируется очень быстро. Вот. Но главное просто не переставать работать. То есть страх, по большому счету, единственное, что останавливает человека выходить из зоны комфорта, это страх. Я думаю, как ты не испугался в таком случае? Ну, а никто не говорил, что я не испугался. Я, конечно же, боялся. И были такие времена, когда было и депрессовые времена, и когда ты не знаешь просто, на что тебе жить, что тебе делать и так далее. Но это, опять же, проходит со временем. Просто нужно потерпеть, продолжая работать. Или же нужно поступить умнее. То есть, скажем, я, возможно, был недостаточно в какой-то момент умен и потом только поумнел. А некоторые люди делают намного правильнее. Они работают на основной работе, постепенно генерируя контент какой-то, пытаясь придумать свое, накапливая критическую массу. И когда эта критическая масса накапливается в достаточной степени, они выходят из системы, и у них уже есть подушка, на которой они могут нормально так грести по этой волне пиздецома, происходящей вокруг. Вот. Ты второй раз свой челлендж провалил. Да-да-да, давайте у нас будет 3 раза. Вот. Ладно, хорошо, допустим, у тебя есть еще 3-й шанс на ошибку. Хочется послушать немного, чем же ты вдохновляешься, что ты изучал, чтобы расти, потому что ребята точно хотят знать, что ты читал, что ты смотрел, на кого равнялся или не равнялся. Посоветую очень классную книгу, которая точно всем творцам понравится. Я рекомендую вот чувака пригласить вот сюда, в эту студию. Есть такой персонаж Дмитрий Чернышев, или Чернышов, я не знаю, как произносится его фамилия. Он написал замечательнейшую книгу, она называется «Как люди думают». В этой книге он написал процессы мышления. Ну, представьте, жил-был чувак, который поработал на куче разных работ, как я, или Ашот, или еще там тот же самый Зорик, ну, много людей. Проработал и грузчиком, и просто копирайтером, и арт-директором, и вообще кем он только не был, фотографом. В итоге, работая в рекламном агентстве на должности, собственно, креативного директора, у него была потребность постоянно придумывать новые идеи. И как придумывать новые идеи, если ты уже все придумал, все уже придумано, и мозг просто, ну вот все, выработан. И он начал подходить к процессу мышления как к науке. Ну, то есть одна из офигительных тем в книге, которая меня очень вдохновила, процитирую. Нет никаких оснований полагать, что наш мозг работает по-разному у разных людей вообще. То есть смысл в том, что наша эндокринная система, мочеполовая система, пищеварительная система, любая вообще система организма работает у всех людей примерно одинаково. И если это так, значит наш мозг, скорее всего, работает тоже по определенным правилам. И, собственно, основное утверждение в этой книге звучит вот так. Невозможно достать из головы то, что ты туда не положил. Соответственно, единственный доступный способ придумывания для человека — это перебор вариантов. Еще вот представьте, такой же пример тоже из книжки. Кто-то сейчас мне наверняка напишет, типа, чувак, что ты за херню несешь, наверняка там уже есть в комментариях такие темы. Но вот это не херня, задумайтесь. Если вы откроете любой средневековый бестиарий, то поймете, что все придуманные человечеством вымышленные существа являются комбинацией каких-то существующих существ. Человек не способен выдумать то, что не имеет референса. Соответственно, процесс придумывания, он заключается в том, что ты накапливаешь вот эту критическую массу из разных областей, и в итоге их рекомбинируешь. Это как ребенок, если ему дать куклу, он оторвет ноги и руки, вставит руки в ноги, вот, голову в задницу, и у него получится некое новое существо, за которое его отругают родители, а на самом деле это идеально иллюстрирует процесс, который происходит в нашем мозгу, когда мы придумываем новую идею. Это разобрать что-то на составляющие и собрать это в новом произвольном порядке. Соответственно, в книге рассказывается огромное количество примеров, утверждений. По сути, это такой набор историй, офигительных историй, и набор примеров о том, как стимулировать свое мышление, как быстрее и круче придумывать идеи. И, соответственно, она очень здорово отрезвляет на тему того, что не существует никакой ноосферы, не существует никакой реальности, откуда мы берем какие-то гениальные идеи. Вот. И, собственно, гениальные идеи берутся благодаря опыту, который человек получает. Соответственно, если человек интересуется исключительно телесериалами на ТНТ, ТНТ, СТС или еще какими-нибудь сериалами, смотрит только это, вечером пьет пиво, никуда не ходит, ничем не интересуется, то он не может придумывать классные новые идеи. Все, он не способен на это, а способен на это тот, кто пытается развивать в себе некую эрудированность и интересуется все новыми и новыми вещами. Вот. Собственно, поэтому всякие гениальные режиссеры, как правило, не являются просто режиссерами. Нет ни одного супер-мега-талантливого режиссера, который просто режиссер. Возьмем, к примеру, Джеймса Кэмерона. Что снял Джеймс Кэмерон? «Титаник». Он снял «Титаник». Он снял «Бездну». И он, сейчас снял «Аватары» и так далее. Так вот, он увлекался дайвингом глубинным. Он начал снимать «Бездну», и он начал разрабатывать технологии, которые позволяют надевать скафандры такие, чтобы было актера видно хорошо. То есть они придумали кучу технических решений, и он увлекся настолько вот этими глубоководными съемками, стал профессионалом в этом, и в итоге он в 2011 году был единственным человеком, который спустился в Марианскую впадину, построив батискаф, которого не было, потому что все правительственные батискафы, которые до этого существовали, могли спускаться на глубину там 7000 метров максимум. И после этого они взрывались, ломались и так далее. Они построили батискаф, который позволил ему спуститься на 11 километров. И там он собрал образцы. И он стал единственным человеком, который вообще там побывал. И, собственно говоря, этот чувак и снимал фильмы о том, что он любит, в чем он разбирается. То есть он бы не снял «Титаник» и не реконструировал бы эту историю так емко и так технологически подкованно, если бы он не интересовался другими вещами, если бы он интересовался только съемкой фильмов. Вот. И это привело, там, допустим, к «Аватару». То есть вот эти технологические решения, он увлекся созданием новых гаджетов. Гаджеты его привели к тому, что он стал снимать технологически революционные фильмы. Вот так это работает, собственно. Сейчас я увидела некоторую аналогию между тобой и Джеймсом Кэмероном. Может быть, конечно, не в таких масштабах, но есть что-то, какое-то сходство. Увлекаться одним, это привело к другому, к третьему. Ну, это, наверное, касается всех творцов, я так думаю. Но ты все еще не ответила на мой вопрос. Чем, кроме этой книжки, ты вдохновляешься? Получается, что компьютерными играми. Вот. Я обожаю компьютерные игры, вот честно. Если вы сейчас посмотрите любой фильм современный, экшн-фильм, фильм про супергероев, все эти фильмы начинают активно использовать или уже используют, или использовали там какое-то непродолжительное время назад, техники и режиссерские приемы, которые использовались в компьютерных играх еще там 5-10 лет назад. Смысл в том, что как развилась компьютерная индустрия. В ней я вот разбираюсь очень хорошо, потому что я люблю компьютерные игры, собственно, очень сильно. И сначала игрострой поглощал все механики, которые придумал кинематограф. Ну, потому что, представьте, помните, раньше были игры, ты играешь за какого-то персонажа, бегаешь, прыгаешь, а потом вдруг появились вставки кинематографичные, где уже были отыгрыши персонажей, где появлялись такие мини-мультфильмы. И чем дальше уходило развитие игростроя, тем более кинематографичными становились игры. И в какой-то момент они стали наиболее кинематографичными, чем сами фильмы, потому что когда ты используешь игровые движки, ты в реальном времени рендеришь то, что ты не сможешь снять с помощью обычной камеры. Или сможешь, но тебе понадобится огромная группа, большие сложные технические устройства. Ты можешь заставить дом взрываться, а камеру пролетать как угодно там, и, соответственно, выбирать те ракурсы, которые в жизни бы ты никак не взял. И, собственно, гейм-индустрия поглотила аниме, поглотила кинематограф и выработала свой стиль, который сейчас поглощает снова назад кинематограф. То есть кинематограф стал подворовывать идейки из компьютерных игр. И я, как человек, который фанатеет от игр, это замечаю. Я прям замечаю это, я вижу это. Пример, все, что я делал, так или иначе связано с играми. Съемки экстрима, трюков, вращающиеся камеры, бег, прыжки, движения за персонажем. В тот момент, когда он там, не знаю, выпрыгивает в окно, камера за ним движется. Всякие вот мои попытки делать такие штуки, это вдохновение этого пришло из компьютерных игр. Хардкор — это мое увлечение компьютерными играми и съемки от первого лица. И вот, собственно, плюс то, что... Тогда вот Давид Белль, да, на него надели эту камеру, но, собственно, это и вызвало у меня такой отклик, потому что я любил играть в шутеры от первого лица, я такой, вау, так можно, вот, это привело к тому, что вот появился такой фильм, вот, собственно, Илья Найшуллер тоже фанател от компьютерных игр, как бы вот такая фишка моего поколения, которое выросло уже вот на другом. Если... взять даже тот же самый видос с покрасом, это фишка с дроном, это, ну, вот из игры тоже взято. Ну, то есть все эти приемчики, они взяты не из кинематографа, хотя в кинематографе есть God's View. Вот. В общем, игры. Играйте в игры, ребята. Реально это очень круто. Из последнего, что могу порекомендовать, если вы хотите поиграть и офигеть, возьмите, скачайте God of War. Охренительно. Просто... Вот это кино, это прям интерактивное, классное кино. Можно поиграть 100% в компьютерную игру под названием Детройт. Это так называемый интерактивный фильм. Это то, что будут ваши дети поглощать просто космическими количествами. Они будут хавать это просто вот из всех ложек, потому что мы, наше поколение, и поколение после нас, так называемых миллениалов, которые тоже уже скоро станут старперами. Вот. А вот поколение за ними, оно вырастет в век виртуальной реальности. В виртуальной реальности намного... проще смотреть на что-то смоделированное на компьютере, а не на что-то снятое на камере, на камеру. То есть, если возьмите вот эти сейчас все 3D-камеры, которые снимают сферические изображения, которые вы можете посмотреть в очках виртуальной реальности, это костыль, это прошлое, этого не будет уже через несколько лет, всем на это насрать. Объективно, сейчас все вот эти игровые движки типа Unreal, типа Unity, они позволяют очень быстро рендерить фотореалистичную картинку в реальном времени. И, соответственно, мы сидим в Фейсбуке, мы сидим на Ютубе, и мы все будем сидеть в этих очках, видеть друг друга и, соответственно, видеть вот эти цифровые аватары. И, соответственно, геймерская индустрия будет погружать тебя в так называемые интерактивные фильмы все больше и больше. И ты сможешь взаимодействовать с тем, что происходит. И, в общем, будущее кинематографа в том числе вот в этом. Потому что, ну, в какой-то момент мы дойдем до критической точки, когда тебе станет намного дешевле, чем снимать что-то, взрывать, все симулировать на компьютере. И тогда, ну вот, нашу реальность заменит симуляция. Вот. Соответственно, уже сейчас, если вы хотите точно заработать бабок в будущем, я вот вам рекомендую идти в изучение VR, AR, гейм-индустрии и так далее. Вот за этим будущее, а не за съемками свадеб. Это жестоко. У нас очень много видеооператоров, которые снимают свадьбы. Но ребята, просто не значит, что не надо снимать свадьбы. Вот, у меня есть очень хороший друг из Питера, который зарабатывает просто там, сколько, несколько миллионов рублей в год. Там, под пяток, наверное, зарабатывает только на свадьбах. И это как бы неплохо. При этом он еще занимается другими вещами. И катается на BMX и так далее. И, то есть, ну, типа, можно зарабатывать со свадьбами, если вы это любите. Если вы любите людей делать счастливыми и снимать круче всех свадьбы. Но и к тому, что в будущем вот, свадьбы будут происходить в очках виртуальной реальности, когда все будут сидеть просто и угорать. Но это в чуть более далеком будущем, чем там сейчас. Короче, если подытожить, твой совет — быть разносторонним, развиваться во всех направлениях сразу, но тогда есть вероятность того, что ты можешь в этом потеряться. Многие... Я не говорил вот прям так, нужно быть разносторонним. Поправь меня. Смотри, нужно быть разносторонним 100%. Ну, просто рынок такой, я еще раз говорю, рынок такой. Сейчас, если вы поедете, вот пример, приедете в NIFA, New York Film Academy, там, если вы пойдете учиться на filmmaker, то вас прогонят просто через все профессии, связанные с съемкой. Это стандарты обучения, которые просто не пришли к нам. У нас преобладает так называемая прусская система образования. Это когда в школе сидишь, все сидят, все молчат. Учитель задает вопрос, ты поднимаешь руку, отвечаешь на этот вопрос. И дальше учитель монотонно тебе рассказывает. Этого скоро тоже не будет, это, ну, это умрет скоро. Ну вот, и... Разносторонне стараются развивать детей и в Европе, и в Америке. А в России еще только-только начинают. Сами дети это начинают, потому что они вдруг нашли интернет, нашли вот такие всякие студии, которые снимают видеоуроки и так далее, и начали сами учиться тому, чему они хотят учиться. Вот, вот за этим будущее. А если говорить о том, что нужно быть разносторонним, очень важно в этом не потеряться в самообмане. Ну, то есть невозможно быть сразу и классным режиссером, и классным фотографом, и классным оператором. Вот если брать меня, то ну, я такой, ну, такой средний фотограф, там, средний дизайнер, может быть, прикольный там продюсер, или у меня уже получаются какие-то режиссерские штуки. По-любому какие-то из направлений начинают преобладать. Это естественно, это нормально. Ну, то есть в чем-то ты лучше, в чем-то ты хуже. Но это не значит, что не нужно обучаться чему-то еще. Вот, если тебе это интересно. Я вот, например, никогда не умел рисовать руками, умел рисовать на компьютере. Ну, то есть коллажировать и так далее. Сейчас вот очень хочу заняться вот в этом году, вот, наконец, заполнить этот пробел в своем образовании и немножко подучиться. То есть в будущем захочется еще что-нибудь. И каждый год ставить себе челлендж, вот найти то, что тебе нравится, и попытайся этому обучиться. Но при этом не пытаться обучаться всему одновременно. Если попытаться всему одновременно обучаться, ни хрена не получится. Если вот брать мою историю, историю людей, которых я знаю, которые могут зарабатывать несколькими профессиями, они, это история десятилетия человека. То есть он каждый год изучает что-то новенькое, что-то новенькое, что-то новенькое, и там, на 10 лет это растягивается, и в итоге он получается и чтец, и ждец, ну, людей и грец. Вот. Но нет такого человека, который проснулся с утра и на следующий день стал сразу всем вот этим вот. И нужно, опять же, понимать, что быть супер-мега-талантливым мультиинструменталистом может один из большого количества людей, поэтому это просто нужно очень-очень-очень-очень стараться и очень хотеть заниматься тем, что ты занимаешься. Прежде чем мы какие-то итоги подведем, я хочу быстро пробежаться по вопросам, потому что они были, на них нужно ответить, а мы очень растекаемся мыслью, да. Поэтому по-быстрому прям. Про твое обучение. Ты учился на оператора или... Нет, я не учился. Я сам обучался на оператора благодаря тем людям, с которыми я работал. На Хардкоре я познакомился сразу с тремя классными операторами, постановщиками, у каждого из которых я подчерпнул чего-то. И также я, работая в этой сфере, просто смотрел на то, как работают другие люди, и учился. И также я обращался к базовым знаниям о композиции, о свете и обо всем остальном, и благодаря интернету чему-то учился. Но в университет на этом направлении я не ходил. Моя профессия — это специалист по рекламе. Собственно, до специалиста по рекламе я тоже не доучился. Я проучился до 4-го курса. На 4-м курсе мне стало космически скучно ходить на эти занятия. И в итоге я просто перестал ходить в университет. Через год по настоянию родителей я восстановился в университете, проучился еще какое-то время и снова перестал ходить в университет. И это было уже навсегда. Вот. Просто... Прусская система обучения меня лично очень бесит. Я не хочу учиться, и мои дети не будут учиться вот по такой системе образования. Она не работает, ну, с моей точки зрения. Как ты развиваешь свой вкус и технику? У тебя есть какой-то метод или все идет своим чередом? Вкус и технику? Но вкус можно развивать простым способом. Нужно смотреть. То есть нужно быть начитанным и насмотренным. Постоянно интересоваться чем-то новым и пытаться, если вот вы хотите добиться какой-то определенного качества картинки или определенного стиля картинки, то мне кажется, что самый простой способ — это взять и попытаться повторить то, что вам нравится. Вы пытаетесь это повторить, и какой-то момент получается, и все, achievement unlocked. Вы можете это делать. Такая тема. На что ты сейчас снимаешь? У тебя есть камера? Да, у меня есть камера. Я купил ее в Нью-Йорке. Это, ну, камера личная, если говорить, да? Да. Есть Panasonic GH5 и есть Panasonic EVA1. Это такая компактная портативная кинокамера, которая мне очень нравится. Она снимает 5,7К разрешение. Она очень легкая. Собственно, я выбирал камеру под себя такую, чтобы она подходила мне по весу. И Регине по весу. Для того, чтобы девочка снимала с камерой сама, нужно облегчать камеру до того состояния, чтобы она могла ее нормально носить. Ну и, собственно, мы выбрали камеру, которая бы мало весила и хорошо снимала. Вот. При этом стоила не так дорого, как, допустим, Ари Алекса. Вот. Окей. Расскажи про свои ощущения вертикальных видосов, ограничений, новые возможности и особенности. Но вертикальный видос — это будущее тоже, потребление контента. Весь рекламный и маркетинговый контент уже сейчас становится вертикальным, а не горизонтальным, потому что все мы смотрим видеоролики с телефона. Если вы откроете топовых блогеров, вы приколитесь с того, что очень часто у них под видеороликами комментарии идут в виде эмоджи. Вот, это значит, что эти видеоролики хаваются с телефонов. Вот. А если вы откроете такие уникальные приложения, например, как Musical.ly, это вот недавно топ-1 был в App Store, обогнав YouTube приложение, которое занимается только вертикальными видеороликами. Очевидно, что сейчас все больше и больше компаний будут обращаться с запросом на создание таких видео, и нужно уже сейчас понимать, что обычное крапирование изображения 16:9 или 21:9 до состояния вертикали снижает качество, и, соответственно, на телефоне смотрится хуже. И я видел на сайте, в Фейсбуке Ари, то есть компания Ари, которая производит Ари Алексу, вот, фотографии перевернутые Ари Алекса для того, чтобы снимать рекламный ролик. То есть все, иностранцы снимают уже конкретно, приезжают, привозят дорогущую камеру, переворачивают ее, ставят на штатив и снимают вот так. Собственно, нужно быть готовым и нужно учиться новому. В этом принцип. Вот как раз к вопросу, возвращаясь к вашему пафосному заголовку, чтобы... Моя вина, все, короче, помидоры в меня за название. Чтобы прийти к успеху, как мне кажется, нужно быстро адаптироваться. Выживает, если обратитесь к Дарвину, короче, выживает не самый сильный. Самый сильный идет нахрен, выживает самый приспособленный. Это конец предложения, извини. В ту же кассу про вертикальные видосы практически. Что в ближайшее время будет трендом в видеосъемке, на твой взгляд? В видеосъемке трендом? Да. Прям предугадать, я не бабка Ванга, конечно, но я могу попробовать. Во-первых, вертикальное видео — это точно тренд уже сейчас, его надо использовать, просто у нас чуть отстало. Во-вторых, все фишки, связанные с дополненной реальностью, это прям точно. И в-третьих, как мне кажется, это... съемка с использованием камер глубины. Ну, то есть, когда ты одновременно и снимаешь изображение, и сканируешь глубину пространства, получая больше данных о цвете и больше данных об объектах расположенных. Ну, то есть, грубо говоря, ты прошелся с камерой, снял сцену, и она у тебя уже под композ полностью находится внутри компьютера. Будущее всех цифровых эффектов заключается в том, что мы не будем работать, как сейчас работаем. Мы не будем, типа, снял видео, все потречил, открыл все эти кейфреймы, создал виртуальную сцену, расставил эти объекты, потом все закомпозил и получил какой-то результат. Это будет происходить в реальном времени просто сразу. Это уже сейчас происходит. Загуглите. Просто... Octane Render плюс Unreal Engine. И посмотрите, что снимают с использованием вот этих двух замечательных игрового движка и, собственно, рендер-движка. В реальном времени получают картинку. На хромаке снимают, как человек идет, сразу же на мониторе видит, как это все выглядит в сцене. Сразу же. И вот за этим тоже будущее. Надо изучать вот эти направления, потому что те, кто не будет изучать эти направления, просто останутся за бортом индустрии. Окей, едем дальше. Тебе больше нравится снимать или продюсировать? Я не могу сказать. Мне нравится просто творить. Вот опять же, про самоидентификацию, вот эти вот... проблемка. Мне нравится больше продюсировать, стопудово. То есть мне нравится снимать, но снимать мне нравятся определенные штуки. То есть я не могу... Вот моя проблема как режиссера, ключевая проблема, почему я не так много работаю как режиссер и как оператор даже. Потому что... я хочу работать больше как художник, я очень плохой ремесленник. Если брать меня как режиссера, со мной очень сложно договориться, я знаю, что я хочу, и я знаю, какую штуку я хочу. Я не хочу снимать рекламные ролики каких-нибудь, ну не знаю, банков еще, может быть, смог, но не знаю, зубной пасты, вот, или какой-нибудь фигни для телеканала про какой-нибудь Coldrex Plus. Вот это я снимать бы не смог, и, соответственно, вот такие штуки я не ввязываюсь никогда. И фокусируюсь на том, что мне нравится. То есть вот мне захотелось в свое время в 2012 году у меня была моя первая режиссерская работа. Она, собственно, была про то, как мы с Виталием Раскаловым залезли на кран замерзший. И, собственно, вот мне интересно было рассказать историю о руферах глазами руферов. И я сам стал руфером на какое-то время и пошел, снял документальный фильм об этом, который собрал несколько миллионов просмотров и на который до сих пор у меня там перевыкладывают видео в других группах, в Фейсбуке и так далее, и оно там тоже собирает до сих пор просмотры. Вот. Вот такие штуки мне интересны. А если брать операторское искусство, например, то мне не нравится вылизанная картинка. Ну, то есть все скажут: вау, вот как же так, в рекламе должна быть прям вот чистая такая, прям стерильная, как любит говорить Ашот, картинка. Вот я сам такой не очень люблю. Мне кажется, что во всем должно быть небольшой какой-то такой налет неидеальности, чтобы это приобретало характер. Ну вот, к примеру, с моделью, как это назвали модель, которая вот с родинкой была на лице Реги? Мерлин Монро? Не, как же... Ну, в общем, забыл, супермодель была такая, которая родинка вот здесь вот была. Может, подскажет нам кто-нибудь из людей. Смысл в том, что вот и не было бы у нее этой родинки, она была бы просто еще одной... Синди Кроуфорд, вот, Синди Кроуфорд. Ну, помощь зала мне помогла. Вот Синди Кроуфорд была бы еще одной женщиной, она была бы классной моделью, и, возможно, она бы не стала такой популярной, но ее вот этот изъянчик маленький стал ее фишкой. И вот в съемках мне тоже нравится добавлять вот эти вот фишечки. Возможно, они кому-то не всегда нравятся, но они вызывают эмоцию, и вот это меня и прикалывает. Ну и плюс нравится бегать, прыгать с камерами, а на практике, кроме как в съемках, ну не знаю, там какого-нибудь Адидаса, кидать камеру или прыгать с ней особо никому не нужно. Вот. А снимать как оперпост скучно, со студии, выставляя свет, чтобы у нас получилась реклама Колдрекса, это тоже история не про меня. Вот. Поэтому сейчас я понял, что мне нравится быть больше, работать как продюсер и в остальных сферах работать над своими исключительно проектами в первую очередь. А как продюсер я могу совершенно спокойно организовать, мотивировать группу, найти интересные решения и помочь тем людям, которые, с моей точки зрения, являются талантливыми, для того, чтобы они добились какой-то цели. И вот в этом я нахожу вдохновление. Вот это меня тут прям... как фильм про пещеру, потому что он совсем выбивается из твоих работ по стилистике, но ты же им занялся, несмотря ни на что. 100%. Я буду, кстати, буду дальше работать над такими штуками с удовольствием. И так же, как сейчас, не знаю, мы там... Фэшн-история тоже не совсем про меня, как бы, да, но я сделал несколько работ на эту тему, но вот работаю с хай-фэшн брендом, но это все не фэшн-ролики. То есть, скажем, если просить прийти ко мне и сказать: Вуги, а сними нам классный фэшн-ролик, который будет кампейном для того же самого Fendi. То есть я могу снять, как Fendi, как 6 художников раскрашивают крышу, могу снять, как фриранеры бегают по крыше, но сидеть и заниматься тем, как девушки позируют в клевых позах с красивым светом, мне будет космически скучно. И, скорее всего, я пойму, что вот это интересная история, но я ее буду делать не сам как режиссер, я обращусь там к Реге или обращусь еще к кому-то, кому это нравится больше всего. И вот с этим человеком, который вдохновлен вот этой темой, я раскручу и добьюсь результата, который понравится всем. И при этом получу удовольствие от процесса, но и не буду заниматься непосредственно производством того, что у меня лично не находит прям стопудового отклика. Окей, а к вопросу, немножко ты упомянул про чувака, с которым вы забирались на кран. Спрашивают, как ты познакомился с Раскаловым и начал снимать подъем на Москва-Сити? Вот тоже. Это все подводит нас к одной и той же истории, которую уже 10 раз сказала. Если хотите что-то сделать, возьмите и сделайте. То есть в тот момент вдруг появилась статья про руферов вообще. Я увидел, по-моему, ее Артемия Лебедева. Там Виталий Раскалов и Кирилл, я не помню, Кирбейс, короче, чувак, лазили по крышам и делали фоточки первые. И вообще эта руферская тема только-только начинала набирать обороты, потому что это сейчас все уже знают все про руферов, и уже всем даже надоело. Это руферские видео особо не собирают. В тот момент это было что-то новенькое, и я подумал: вау, ничего себе, я, как будучи фрируннером, лазил по крышам всегда. Но для меня это было как способ прикольно посмотреть на красивый вид, немножко поделать трюки на крышах, потому что, ну, трейсеры всегда лазили на крыше всю историю паркура. Но проникновение на крышу не было моей самоцелью. А для руферов именно вот это ощущение опасности, ощущение приключения, ощущение преодоления системы и проникновения наверх, чтобы добиться вот этих крутых кадров, фотографий и так далее. Вот для них вот это была самоцель. И меня это так вдохновило, я подумал: вау, новая точка зрения, я хочу про это снять. Я вот прям захотел снять историю про это. И на тот момент у меня была там вот GoPro-шка, была маска, которая еще была, ну, в первых итерациях очень простая. И я что сделал? Я просто написал Виталию Раскалову: привет, меня зовут Вуги, вот я такой чувак, я хочу снять о тебе видос, давай сделаем что-нибудь интересное. Вот. Он сказал: ну давай познакомимся. Мы встретились, поняли, что мы на одной волне. Вместе с ребятами выработали этот план, безумный абсолютно. Я подтянул туда чуваков, которые прыгают на парашютах, позвал всех, и, собственно, вот тогда это была моя такая первая работа, когда я был осознанно и продюсером, и режиссером, еще и оператором. И, конечно же, если сейчас смотреть, это вызывает такое, ну, ухмылочку, потому что, ну, качество не дотягивает, там какие-то штуки более наивно сделаны. Но на тот момент, в 2012 году, это просто порвало и меня самого, и порвало также какой-то большой пласт людей. И до сих пор, мне кажется, что это один из самых любопытных фильмов, рассказывающих о том, как и чем живут руферы. Вот. Окей, едем дальше по вопросам, их все еще много. Спрашивают из одной кучи вопросы, где искать заказы и как провести маркетинговое исследование рынка видеоуслуг. Я, возможно, неправильно слово маркетинговое произнесла, извините. Маркетинговое. Знаете, это вот эти вот темы распределением к словам. Мне кажется, что русский богатый язык можно коверкать как угодно, потому что язык — это инструмент в руках. И инструмент тоже может быть не идеальным. Пошли в задницу. Все те, кто считает, что нужно писать какие-то слова правильные. Если вы откроете словарь, который был издан 100 лет назад, вы не увидите большинства современных слов. И увидите кучу слов, которых вы не употребляете. Язык — это динамическая штука, которая развивается. Вот. Так что идите нафиг... граммонация. А вопрос какой был? Нормально бывает. Мы уже как делать маркетинговые исследования и, собственно, как искать заказы. Ребята, заказы ищутся очень просто. Определитесь с тем, что вы хотите сделать. И возьмите это, сделайте. Ни один заказчик к вам не придет, если у вас нет в портфолио того, что его устраивает. То есть, если вы хотите снимать фэшн-видео, возьмите и начните снимать фэшн-видео сами. Для этого вам ничего не нужно. Сейчас камеры дешевые, свет можно купить за 3 копейки. Можно его не покупать, использовать естественный свет. Пойдите на улицу, снимите что-то. Это что-то положите в портфолио, это что-то отошлите кому-то. Из тех, с кем бы вы хотели работать, или кому-то покажите, смонтируйте из этого шоурила, у вас получится продукт, который будет доказывать, что вы можете это сделать. Пока вы не докажете, что вы можете что-то сделать, никто к вам не придет и не скажет, что вы классные. Сначала же работаешь над именем. То есть вот, к примеру, тоже возьмем Регину. Сидит за кадром моя девочка, цветокорректор. Училась цветокоррекции сама по видеоурокам в интернете. Сейчас работает с продакшенами из Австралии, Америки, меньше с Россией, с Европой. Как это выглядело? Она просто брала примеры, снимала видеоролики, красила их, делала видеоролики до и после, выкладывала их на Vimeo, и мы их там немножко куда-то там пушили, отсылали, но в целом это она просто их выкладывала. После этого ее сами стали находить и доверять ей работать с материалом. Почему? Потому что она доказала миру, что она может это делать. И вот так это работает. Если взять Артемия Лебедева, дизайнера всей Руси, самого главного дядьку в дизайне, которого наверняка знают все, даже кто не связан с дизайном. Так вот, Артемий Лебедев рассказал этот рецепт очень давно. Он очень простой. Студия Артемия Лебедева начиналась с того, что Артемий Лебедев, сидя на кухне в трусах, или как он там сидел, я не знаю, может, преувеличиваю, но смысл в том, что он просто сделал дизайн вымышленным компаниям, чтобы показать, что он может делать брендинг. Взял эту папку и пришел к реальным компаниям, сказал: вот, смотрите, я сделал кучу дизайнов. Они такие: вау, здорово, классный дизайн. Заказали у него дизайн. Хотя ни одна из этих компаний не существовала, он просто их сделал. Вот, и всем, ну, типа, набрал, что существуют эти компании. В итоге он со временем вынимал свои работы из портфеля и докладывал туда новые реальные работы до тех пор, пока не стали только реальные работы. Ну, и так работает. Хотите снимать экстрим? Вот, я обожаю снимать экстрим, трюки и так далее. Я с этого начал. Я начал снимать то, что мне нравится. Сейчас ко мне приходят бренды, и я продолжаю снимать то, что мне нравится. Я думаю, что вот самый рабочий рецепт. Окей. Как найти заграничных клиентов? Ну, точно так же. Сделайте что-нибудь, что получит резонанс за границей. Пока вы этого не сделаете, это не будет работать никак. То есть, если, ну, вот, к примеру, возьмем так называемые вирусные видео и видео, которые хайпили. Вот пример моего видео 2012 года, которое морально, графически, как угодно, уже устарело, но оно в свое время сработало. И привело, кстати, в том числе и к заказам. Там было как? Видеоролик появился, его выложило зарубежное там медиа-агентство одно, ну типа какие-то желтушники какие-то, типа, как же они, я не помню уже, ну короче, один сайт зарубежный его выложил, просто найдя в Ютубе. После этого выложили сразу разные крупные издания, разные блоги, и пошел хайп по миру. Пошел хайп по миру, пошли просмотры, это вернулось волной к нам. И у нас в России это вызвало тоже небольшой резонанс, но намного меньший. Но смысл в том, что этот резонанс в России появился после того, как появился некий продукт, который где-то выстрелил, и эта волна вернулась. И таким образом это потом еще привело меня к заказам к определенным. Когда люди стучались и говорили: ой, прекрасный видос документальный, а может ты нам что-нибудь сделаешь? Вот. Вот так это работает, то есть возьмите что-нибудь, сделайте, это выложите, если вы захотите туда в обратную сторону работать, сделайте что-то, что хайпнет там. В случае там со мной, опять же, это вот видос, ну это хардкор, конечно же, Bad Motherfuckers, и вот история с Покрасом точно очень показательная, когда два парня просто захотели сделать историю, один художник, второй хотел снимать про художника, мы сняли видос, этот видос выложили в зарубежные арт-блоги, и а так о нас узнали зарубежные компании, все. Окей, едем дальше. Кто был твоим ментором в начальные времена или кто им является сейчас? Все люди, с которыми я общаюсь, в той или иной степени повлияли на меня 100%. Определенно каждый из Smokin' Heroes повлиял на меня очень сильно. Также все люди, у которых я так или иначе учился. Ну, то есть, когда вы идете по жизни и самообучаетесь, вы встречаете людей, у которых вы также чему-то учитесь. И там, не знаю, вот как я рассказывал историю про дизайн. Я научился базовым навыкам дизайна, работая в рекламном агентстве, где был чувак, который поверил в то, что ладно, я могу научиться, и меня сразу же не уволили, а я просто научился дизайну. И вот был такой Аркадий Рыскин, директор, который мне помог. Там была еще там Лена Давыдова тоже, которая меня научила придумывать различные рекламные текста. Но вот... А сейчас это превратилось в то, что на определенном периоде жизни я встречал людей, которые со мной делали какие-то проекты, и эти люди в своих вещах были лучше меня. Я начинал интересоваться этими вещами и потихоньку подчерпывал у них эти знания, а потом увлекался до той степени, что я уже мог самообразовываться, уходя глубже вот по этим волнам обучения самостоятельно. Так что всегда нужно искать... окружать себя хорошими, талантливыми людьми и стараться их вдохновить, и в то же время они будут вдохновлять вас, мне так кажется. Окей. Тут спрашивают, почему Вуги тебя зовут? О, это никнейм из компьютерной игры Counter-Strike 2013 года, но тогда это звучало «Вуглускер». Вот. «Вуглускер» от старого анекдота можете загуглить, а кто такой «Вуглускер», и вы найдете ответ на вопрос, а почему я «Вуги». Ну, а, собственно, «Вуги» меня назвал Зорик Истомин, его просто выбешивало длинное название «Вуглускер», и он сделал уменьшительно ласкательное «Вуги», стал меня называть так «Вуги, Вуги, Вуги», оно так просто прилипло, а я до сих пор это использую. Вот, ну, собственно, такая фишка. Окей. Спрашивают, будет ли у тебя свой фильм, а не просто видосики? Ну, в каком-то смысле у меня уже есть свой фильм. Ну, то есть, смотришь, как режиссера, если говорить, да? Типа, полнометражный фильм как режиссера или... Наверное, да. Если вот такая... Уточните свой вопрос, кто задавал. Если такой вопрос, то... Да, определенно будет, этому не миновать, но я думаю, что и мне интересно сейчас формат сериалов, потому что это чуть более емкая история, которая позволяет рассказать больше и глубже погрузить зрителя в историю. Мне кажется, формат вот таких фильмов тоже немножко сходит на нет, это уже отголоски прошлого. Ну, и это доказывает Netflix и все остальные компании. Вот. А если вообще еще шире брать, мне кажется, что я не буду снимать свой полнометражный фильм, я буду работать дальше с компьютерной графикой. Окей. Последний вопрос задаю. Сергей, какая у тебя суперцель или мечта? Чего бы ты хотел достичь, чтобы ты мог сам себе сказать: Сережа красавчик, и внукам еще рассказать? Не знаю, когда я заведу внуков, вот, они сядут у меня, я посмотрю на них и пойму, что они достойные люди, вот тогда скажу: Серега красавчик. Окей. Я думаю, что хватит на этом, потому что мы сидим уже 2 часа. Да, серьезно? Да, я так и знала, что это все заболтались. Ладно, мне кажется, мы сумбурно начали, чуть получше продолжили. И я уверен, что для кого-то, кто-то сейчас посидит, похейтит и скажет: ой, вот... Третье слово у меня есть, да? Ладно, я не буду его говорить сейчас. Вот сидит он, короче, тут что-то выпендривается. Чуваки, цель вообще всей этой движухи для меня в том, чтобы просто как-то транслировать и пообщаться с аудиторией, чего я обычно не делаю. Это очень интересно. Мне кажется, что вот эти все платформы для видеообучения, платформы для самообразования и вообще в целом интернет — это то, что позволяет людям вдохновиться в той степени, в которой невозможно вдохновиться в школе, в вузах или еще где-то. И возможно, кто-то посмотрит этот стрим, поймет, что вот есть такой чувак, и он вроде не сдох, и вроде он тоже не лох, и, возможно, вдохновиться примером, тоже встать и что-нибудь сделать, потому что чем больше людей, которые что-то делают, тем больше мы просыпаемся как общество. Вот такой месседж. Я вот как раз хотела подытожить все вышесказанное нами за эти 2 часа, что... Как она крутится. Извините, у нас упал плакат внезапно. Это, видимо, точно точку надо ставить в нашем стриме. Мне бы хотелось подытожить, сказать какие-то рекомендации, советы, наставления ребятам, потому что все пытаются найти какое-то вдохновение или какой-то пинок под зад. Вот, может, им пинка какого-то не хватает от тебя. Ну, я уже вот посоветовал. Откройте книжку «Как люди думают» и прочитайте от корки до корки, а потом уговорите вот этих ребят пригласить еще этого чувака сюда, чтобы он вам рассказал. И изучайте глубже те вещи, которыми вы интересуетесь. То есть, к примеру, сейчас вот я совершенно случайно узнал очень много всего о цветокоррекции, о базовой, сидя рядом в одной комнате с моей девочкой, которая занимается цветокоррекцией, совершенно случайно. И вдруг она смотрела видеоуроки как раз-таки человека, который обучает этому всему. И он рассказывал не про то, как тыкать кнопки на компьютере. Он рассказывал про то, как работает фундаментальная цветокоррекция, как работает психология зрения, как работает наш мозг, как устроен наш глаз. И изучение, детальное, глубинное изучение того предмета, которым вы занимаетесь, на самом деле вот это охренительное вдохновение, потому что тыкать кнопки — это бессмысленное занятие. Пока вы не разберетесь в сути, тыкать кнопки, просто можно не тыкать никаких кнопки, все равно ничего не добьешься. Вот, нужно разбираться в основах. И вот в этом можно найти вдохновение. Плюс можно найти, на мой взгляд, вдохновение в чем-то, что не свойственно. Ну, то есть, к примеру, вот вы никогда не играли в компьютерные игры и считали, что это занятие для дебилов. Ну, есть такие люди, я их много очень встречал в своей жизни. И вот возьмите, откиньте этот шаблон, представьте, что его не существует, и погрузитесь в ту сферу, ну, в данном случае, на примере компьютерных игр, может быть, любая сфера, к которой вы относились скептически. Вот. И рассмотрите ее под другим углом зрения. И это откроет новую перспективу, и получится, что такой раз, и сознание вдруг трансформируется, и появится новая точка зрения. И вот эта точка зрения, собственно, и позволит развиваться, и даст новое вдохновение. Вот. Окей, я думаю, что на этом пора прощаться. Я тебе безумно благодарна за этот обалденный стрим. Не знаю, я получила неимоверное удовольствие. Ребят, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте ставить лайки. И также переходить на наш сайт и регистрироваться, там и смотреть за развитием событий по поводу курсов, так как мы уже выяснили сегодня, что обучение, оно все в интернете. А мы стараемся его развивать как можем, всеми силами. Да, вот тебе прусская система образования. Я думаю, что на этой ноте мы попрощаемся. Всем спасибо, ребята. До новых встреч. Ух, здесь я затек.